But it's on На bleed. двух точках. And the Stug goes to Russians. Я инженер. We have a Stug? Yeah, we have a, you have a Stug and Panzer 4. АККП. А, у нас Stug и четверка. Четверка крайне здесь... правая. Да, с бортами должно быть. Тортики. Займите кто-нибудь 88-ю на метке. Блин, беспонтовая точка. Даже китов нормально. А, нет, есть. Там снайперские киты, по-моему, только на мейнах. Кто-нибудь штуку возьмет, нет? А ты не летаешь? Пока один самолет вблизи нет. А, окей, берем, берем. Enemy APC moving towards B. Так, Лёлик. For Charlie 4. Давай отсюда куда-нибудь. CC, Panzer 4, and Puma, MK. Дай вон туда и смотри на восток, северо-восток. Enemy Greyhound going to Chateau. Я слышу джипик. Seems like they are at the moment avoiding 63. Yeah, they're shuttle. Circling around. Не понял, он проехал или он вышел? Слушайте, джипик надо destroyed farm. Нет, я поставил. На юг смотрите, на юг смотрите. Да, тоже. Вот, у вас могут там шарак поставить. Я его потерял из виду. Но они явно вообще спадут, мы что-то потеряли. Поэтому готовьтесь. Ставьте рак. Подъезд, подъезд к этому самому. К Годбалу, поставьте, я не знаю. Я смотрю запад, ребята, давайте. У вас живой? Так, я нашел. Но... Defender. Может, он не один был. Убивают, заходят с севера, севера, да, севера, север где-то. Destroy farm, север. Destroy farm under attack from west side. There are a lot of factors. People attacking our flag. I know. Отсюда. Their entire division is attacking my flag. What do you expect? Flag снимает. CC, we're losing the spread farm. Прикрывайте. 63 is lost. Сейчас мы кинем. Dream TV, не вылазь. Годл, прикрывай наш ралли, он будет за тобой примерно. Dream TV, кинь у зеленки. Вот тут вот впереди. Вы потом в углу кинтали. Hold on. I'm capping it back at the moment. Ралли Татов. Садитесь внизу до флага. Третий склад нам помогает. Окей. Но они свой флаг потеряли, поэтому... Пехота. Вражеский ралли. Просто здесь мы... На самолет еще. Damn, sorry. CC enemy rally west of destroyed farm. Kirsten. Somewhere around our tank. Там мой танк. Да я понял. Быстрее только. Смотрите, вот я иду к тебе, Годл. Ай, дайте туда пройдем вас. Не, у меня, по-моему, даже севера. Все, меня сгубляли. Там куча позыча. Там ралли. CC lost of enemies west of the spread farm. There's enemy rally point. Rally. Убили? Да, убили.
Сы Энмирали Понт и Дестрот Фан Детройт. Это нормально, три послушника. I don't know. Нормально будет, там понимаешь, да. Да не нормально, три послушника. Это пиздец. Три. Еще этот тупорылый самолетчик мешает. Да, самолетчик, это реально. Это я одного убил, короче. Второго убил. Третьего убил, а четвертый меня вынес. Ну понятно, резнулся уже на этой хуйне. Ну что делаешь? А это враг пробежал? Танк. А ты какой у тебя какой? ПЗ, четвертый. Здорово, радио, заходи. Он бери это, радио. Он без бортов. Тролли. See enemy plane at the strong point. Over strong point. Что мы сейчас сделаем? Чего мы здесь сделаем? Обороняем, обороняемся. Swedish, what the hell? Да атака прекратилась. Радио, куда зайдешь, заспаунься на strong point. Ко мне сюда. Retaking it, hold on. Ну я через минут 5 пока, я тут стрим настрою сейчас. Окей. Короче, ценой жизни, блядь, своя удача. Там если пума появится, можете брать нас. Герой. Отдал. Понял. We didn't have enough men to man our, all our tank. Thanks. Балок. Чё-то там торов по небу гоняют. Пехота, пехота, пехота. У них два самолета. СС Стронгпойнт under attack. СС Стронгпойнт under attack from north side. Может самоубийство? Может самоубийство сделать? Давайте. СС Донбасс, can you hold the strat farm? Давайте, конечно. Одну запад идут, запад, да. С юга. Да, кажется, я могу. Иди, быстрее. Так, они идут в смерть, давайте, все, конечно. Ну, четверка у тебя. Понял. Двигайте, конечно, нам сказали, что мы можем еще весь этот самый Пуму, но... Она не появилась. Я на что-то где-то. Алло. Куда танк уехал? Сюда, ко мне, сюда, на этот стронгпойнт. Понял. Иду, иду. По метке этот АПЦ обстреливать надо. Заходит в дом, власов, власов, поднимается. Я понял. Аккуратно. Там два входа. Ага. Красавчик, власов. А они зашли как в дом-то? Откуда пришли? Они вниз с первого этажа, вот дырка там есть. Они с востока, с востока. Они с двух сторон, я... Да-да-да, они с востока. А кто на танк? Герой перед тобой где-то должен быть. Will do. Скажи, ты видишь? Понял, проверю. А, там на ПЗшке уродина стоит. Надо для арты споты давать. У нас арта вообще есть? Они чуть за разлом на маркере, на маркере. Сейчас проверим. Так, появляется где-то у них. Так, я пока свой поставил. А так, около танка, около тебя, около тебя пехота. Figured, we don't have squads. Пометки, пометки, они были в сметке. Tell Walt to jump out of the tank and repair himself. Уничтожьте ПЗшку. Is he Wolf jump out of the tank and repair yourself? Ладно, я уничтожу ее сам. Yeah, this is fucking ridiculous. Будал, смотри, не на метки, okay. Ты смертный. Я понял. Enemy helicopter, west of camp. Ралик уничтожен. Отлично, отлично. Куда ехать? Куда ехать? Кто со мной сядет на ПЗ-шку? Ну, из ДК ПЗ или как это? Не плевать. Водите. Остановилась? Остановилась. Да, аккуратнее. Вы там еще живой, идите проверять метку. Ну там, правильно, сказали.
Там может спать место это живой. Там посмотри, как он капчу, да? Didn't hear that. Это они сюда. Camp under attack from both east and west. Они идут откуда-то, они идут с запада, запада. Там походу два отряда наступает. Guys, you need to spot around camp. Literally zero spot. There's a tank here and nobody's spotting it. Come on. Я где кручусь, они оттуда шли. Видите? С севера? А на запад, вот куда я сейчас смотрю, они вот оттуда. It's near the MTAPC at camp. Это восток, отсюда? Ой, восток, да, да, да. Отсюда, шмаляет по мне отсюда прям. Скиньте картину, когда он приедет, пизданю. G4. Смотрите, подходит, пехота подходит, пометки. There's also an APC moving around. Мой, Лёлик. CC, Лёлик, request nuclear fire. Лёлик, request nuclear fire. CC, enemy at my position, squad leader 2, north of my position, Charlie 4. Они по краю нас отбегают там, они далеко. Север где-то там бегают. Они недалеко, Spanish смотрите, нет, вон вдали, видишь? Oh, we need that spawn forest farm. That spawn at forest farm. Here, send that spawn to forest farm. CC, we got three tanks at WN31. Я на ПЗ-шку сяду, подловите меня в салон. We're still holding at camp at one attack. Yes, I don't have spawn. No, forget, I don't have that. Подловить, как вы чёрт, ничего. Someone else send that spawn to river, forest farm. Fuck's sake. Карта херачит, прям по точке. Тор. Так, на форест фарм. Can you repeat? Destroyed farm. Так, что-нибудь херни, можешь подойти один? Я иду. Вот, сам ралик. Скажи, херово, ну? Стреляйте по самолету. Лёлика убили на юге, по-моему. Just one guy там кеметка. Дрифтовы наверх наведите, стреляйте по самолету. Не по нашему не шмалять только. Прикрывайте танк. А да, может Славон назад повернем? Да. Так, смотрите, у нас светит человек по метке. Check the rooftop. Full squad coming to camp from the east. East of camp and south. Пехота просплочена. There's nobody on the roof. Пожалуйста, танк прикрывайте. Shoot behind you. The second story building with the jeep under it. She's probably there. В доме, Литвин, в дом, враг в дом вошёл. Guys, behind the truck, at the corner, behind the truck. Behind you, оттуда. Dump punk, behind там you. Один, near the truck. Сюда, в мою сторону. Мы там тебя не прикроем просто-напросто, ты один будешь. CC, ухэд, блин, танк. Там пехота во враге нормально так наступает. Camp is falling, we're trying to... Откуда наступает? Free against it. Где-то с запада, там где враг. Такая часы есть. Часы, говорите все. Я по карте смотрю. Okay, I'm down. По карте смотрите, где-то 5-4. Копер нормально, трекинов. 5-4 это юг, юго-восток. Не вижу ничего. Делают суициды от чуваки, американцы. Ралик. У нас артар работает по флагу, значит, это рядом противник. Там летает самолет, я зенитку... зенитку надо починить. Good job, Germans. Есть у кого какие-то... Sure, keep the flag. Girls, can you sneak to some flag? Может быть по нам, потому что по нам окна пошла, может быть на нас... Так, я пойду, попробую пройти на куда-нибудь. Господи. Yeah, I think so. Just ignore camp for the moment and defend the flags around it. Оу, что это было? And you can't do that. Джонни, мы под артой. Пехота заденет. 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 Пехота заденет.
Почините кто-нибудь этот зенитку, а? Да, почините зенитку. Кто-нибудь может зенитку починить? У нас только... Ну ты сам инженер казахский. Ну я пошел лучше этого помогу. Не спаунтись. Как только кто-нибудь умрет, не спаунтись. Yes. International CP. Давайте примитивно Славон, КНТВ, Долицу. Роджер. I don't know if we have someone for it, but I'll try. Сзади убили. Толик, суицид. Okay, the farm is under attack from camp. Okay, Ройта, I just cashed. Кто сдох? Джонни убивает. Давайте, так. Казовский тоже не спаунится, а Перенок радиус, суицид. Куда спаунится? По нам стрельба. Сейчас нас. Батрали. Блять, я скоро сдохну, по мне Артуха хуярит. На втором ходе стрельба. Так, готовьте ралики. Давайте на ралик ко мне идем на ВД. На ВД 463. Guys, forest fire flag zone! Yeah, sure. Yeah, we're sure. I need more infantry, not more tanks. Swedish flag zone, forest fire. Yeah, we're working on it. Так, здесь около меня танк, по-моему, нет? Давайте, давайте. Да, у нас к югу танк, по метке танк. Ага. Если see dump up, we need some other squad at strong point. We're attacking with the... Yeah, I know. Germans, can you tell your people to spawn at strong point while... Copy. Стоять. Attacking 63. Аккуратно на Wednesday, они могут запалить, там кто-то что-то оттуда шмалил. Ребят, халстрак у них тут на базе. Выдержит... Короче, кто-то сзади там. Кто-то шмаляет там. Кедж, нам атаковать или куда ждать? А меня нет, вы если умерли, спаунтесь на ралик. Камикадзе, я камикадзе убил здесь. Здесь камикадзе убил. Окей, I'm back. Скажите, сквад уйду. Сиси, Germans, to your south, southeast enemy squad, probably internationals. Look where my tank. There's somewhere there. Так, что у вас там? Сопротивление? Не спаунтесь, не спаунтесь. Пехота, есть и танк какой-то. Не спаунтесь, сейчас будем пробовать шато. А перенок ко мне. Мертвый. Давайте, последняя попытка. Там, по-моему, Ахта на ВД-63. Я. Понятно, давай, перенок ко мне сюда. Я бегу. Говорю, как наблюдение. Мертвый, кто умирает, не спаунтесь, потом на ралике. Годл ко мне подъезжай к 88. We could attack WN, but 2-1-1 now. Видишься, мертвый не спаунит. This would be one, you mean? Well, 21. Maybe you can move your rally closer, so you just insta. Рой, с другой стороны встань. Рой, с другой стороны. Так, там, встань. Оперенно, пляж. Так, скрэч, не тебя, слабо на лёлика. Понял. No. You just move closer to VN 31. Тут передо мной два американца. As close as possible. Передо мной два американца. Пошли. Stay flags on the farm. Well, we need a flag. Как минимум, человек. Да, убил одного. Они знают, что мы здесь. Аккуратнее, смотрите, мины будут сзади внутри. Окей, launcher attack. Yeah, go ahead. Два на втором этаже, два на втором этаже. South of camp, they are all around there. А как так, я прошел? Yep, copy that. CC, they're still around forest farm. Да нет, по-моему. Я это верну. И, наверное, потому что я прошел первый, и они ее так переставили. Так, атакуйте шато. Я скажу, стройный бой, вообще никого нету. Так, они знают, что мы здесь не находимся. Нет, меня убили. SSC, Germans, where are you? Why strong point undefended? Strong point is not our flag. А там, are you sure? Так, давайте все на strong point. Yeah, maybe they are repairing, re-attacking. I don't see anything there, Erwin. Then why strong point and defend it? Well, they are running around that hill. Так, what? Давайте. Yeah, Germans were supposed to defend it, but now they're gonna attack VN 31. So that's why.
Ребята, кто-нибудь еще чинить может? Я могу, сейчас подойду. Если что, иди почини пушку вон ту, которая... Попробуй ты двигаться в сторону камня. Forest farm under attack. Как мы прозираем так сильно? We're gonna lose forest farm. Why did you pull out? Можешь мне поехать в атаку? Да, нет. Хватаем фердаун. Я еду на випер. На forest farm, на forest farm. Why did you both leave the flag, Erwin? Понял. I don't understand that. I told you, we got wiped out. The forest attack is still instead. Да, давай. And yeah, I left alone there against two squads and lost it now. They are just coming down from camp. Смотри по сторонам просто. Я не могу, у меня радиус обзора увеличен. Да, ты тоже подбегать в сторону форта. Короче, по всем местам садись туда-сюда. CC, we wiped out. He wants to attack... Кто-нибудь на форте? Иди к соседям. Forest farm. Roger that. Прости, Dream TV, я испугался сам. Стой, дай ему сесть, дай ему. Dream TV, садись. Давай стрим. Тоже наблюдай. Я пока буду впереди. Пехота, по-моему. Если шхотить, можете шхотить. Сизи, there's probably a tank on the ridge near camp. Сизи, там контратак. Выходите. На карте. Опа, выходите. Арту наводите, ребят, арта простая. У кого есть бинокль, просто спойте хотя бы точки сами. У меня графически отлетело. Мы кинем ралли на фарме, да? Да, давайте. Второй же. Где-то есть. Барахлит. Что-то пиздец вообще. Слав, вот... Не, подожди, по нам стреляют. CC, squad to airman, can you stay at strong point? I'm already there. Oh, they're attacking the N31. Давай, далекий ралли. Кинь за вот этим большим берегом. И сразу садись обратно. My squad will attack forest farm. Забирайте на точку кто-нибудь. Машинку сейчас бросим и пойдем. Have a rally point at forest farm, so we'll get to attack. The enemy rally at destroyed farm down. I see enemy tank on me. Рой, ты летаешь? Охереть. Да. Там танк видишь? Пометки танк. На форест фарме еще. Пройду. На форест фарме пехота. Пошли там, я вдам. Пехота там, постреляйте. Там есть пехота. Сзади, еще сзади, сзади, блядь. Сзади танка, там тоже еще один пехотинец. Я был в доме, и этот урод, я в доме был, капец. Короче, мой танк сгорел, потому что у меня что-то видеокарта отвалилась. Там... Минус, смотри, там ДВ, брат. Пехота наступает на форест фарм, зашла сейчас в Second floor. Спасибо. In destroyed bar. Смотрите, от фермы на юго-западе могут подходить. Там на северо-востоке танк. Вы флаг поднимаете? Нет, идите на ралли. Дампанк, behind you, behind больше you. Больше людей флаг со мной. Дампанк. Я не взорвал флаг, а вы еще не взяли. Я бы взял бы его, если бы я бы случайно не этот... На мини не подорвал. Я короче понял, что так, у меня, блядь, чёрный экран. Умирает, кто берёт, нет? Да, пошёл. Немного берём, да. Всё возьмём. Так, кто умирает, не спаунт. Я поставлю ралли, будем 6 лет брать. О, есть танк. Где там? Рядом, Ешерман, говоришь. Я дом зачищу. Зачищайте, кто умирает, не спаунт. Откуда этот гад шмаляет? Я хочу уничтожить. Си, дампан, как я не сэнд, сама за сквад, форест фарм, I mean, позишн, то есть тролей. Сверху они конца, сверху они конца втором этаже. Да ты не спал. Откуда
второй танк шмаляет. Не подскажете? Скорость фар. Мёртвый из памяти. Germans, maybe? Maybe you can defend forest farm. It's under attack right now. Okay, I'm coming back out door. Так, мертвый спаут, давайте, пожалуйста, суицид, снова суицид. Блин, тактика, танк. Strong point. Машина уже приехала на Forest Farm. Strong point где-то под атакой. Forest Farm на севере, ничего, пустит флаг. На западе Forest Farm. Forest Farm still under attack from north. Давайте, на 6-3, на 6-3 идем. Или фарм. Ладно, фарм. We need squad immediately at Forest Farm. На 63 или 31 идем? 63 63 63 63. Да не, я про другое, мы что-то прям так в лоб, может, как-то обойдем. Нормально, я же не знаю. В лоб, качаешь маршрут вперед, флаг зону, больше людей, все входим. Занимаем флаг. Там какая-то зенитка стреляла. Кидайте дымы. Вот урод. Well, can't you keep attacking? Yeah, for real. Тора, I'm down. Отлично. Рассредоточьтесь, арта, и все. Oh, sorry, I mean keep defending. Я чиню пушку, чтобы этот... Против танков и всякий звук такой. М1 гарант в окопе. Так, кажется, сейчас только захватывайте, сразу иди на камп, а не на чапа. Так, народ, да, как только взяли, да, пока броняемся. Тут есть еще враг-то? Броняйся, пока у меня еще будет кулдаун. Может быть, один кто-то сможет пройти ко мне. Их вас убили? Как? Так, он еще где-то в окопах, гарант. Господи. Мы залетели, нас просто выкосил толпой. Вот. И для вас какая-то шутка. Вот убивают справа откуда-то, слышал? Пометки АПЦ-ха. Убивают! Заходят. Я не в небе пока. У них на юге ралит, ага, но это понял. HQ. HQ они безобидные. Ага, он меня убил. Strong point is under attack by two squads. I'm losing. И весь отряд он не убьет. Он весь отряд и так right, убил уже. Don't blame me when you так, у меня больше минут, поэтому бронять. Я иду на знак вопроса. Смотрите, они с юга. I blame Aaron. Шато. Один убил, он может попробовать ко мне пройти? Я попытаюсь. Давай. Радио, попробуй ко мне пройти. Казацкий тут был... А, ты правильно? Вот. Да. Правильно, нету? Не вижу. Обидно. Мы можем... Как он нашел? Мы можем кинуть у шато ралик, Керст. Казацкий один на юг за мной. Виллис no. приехал, Виллис юга. Юго-восток Виллис катается. Керст, мы на мне кинуть тут, где вот... Шато, давайте шато. А смотрите, у вас там машинка ездит. Да, за нами. Нам надо больше просто пикетов набить им. Так, мы... Че, атакуем, что ли, шато? Атакуем шато, right. Давайте, пошли. Other tanks at strong point. No. CC, Erwin, Thrower, I'm on Uma. Where enemies? А там танк, короче, там всю дивизию прикатилась. Хелкеттер еще приехал, господи. М4, где тут флаг зона приехал еще? Вот тренинги не было, а вот флаг зона у дома. CC, there's a machine gun on the second floor at destroyed farm. Убивай, стой, не заходи. Справа. Во враге возле бункера, на улице. Во враге возле бункера, да. На улице, на улице. На улице. На улице Эрвин, где? Эрвин, справа около бункера. Во враге возле бункера. Андуана разгоняет. No, I killed him. Дрим-то выбил. Опускаем, сейчас нейтрально будет. CC, Эрвин,
Enemy in the bunker close to buffer. No, I killed the buffer. Там мин нету? Я. Мин нету здесь? Нет, проходи. Дампанк, enemy on the buffer position. Да, толку. Мы один флаг. Я слышу американскую речь. Да, тут десять осталось. Он на втором этаже остался. Просто один флаг потеряли, другой захватили. Ничего больно не поменялось. Ого. А чего же не поменяется, 9 игров осталось? Обидно-то как. К вам Шерман катится на шато. Ну все уже, 6 тикетов, о чем речь. Так уже верно, панул. Ралик у них был на 6 на 7 где-то. Я поэтому посмотрел. Куда, как обычно. А нам по цеху, ну вот эту, которую многоместную брать. Да, вот только, это, только вот там это, они прям назначены. Вот эту? Какую, блядь? А вот Власова. Я скину спот для арты. Погоди, Славона. Пометки. У нас еще и 5 Stars что-то цунцил. Водитель, что встали? Я ждал пассажиров. Я его вынес. Файс, 88. Як Пантер. Да, вынес. Отлично. О, отлично, я еду. Я скину... Я сейчас выйду, ладно? Я скинул спорт для арты. Один. Понял. Где наша пехота? СССР, 63 спорт патрулеры. Керс, двигайте прям на флаг, никого там нет. Пушка свободна, зенитка свободна. Это не проблема. Прям напрямую на флаг ебашьте. Кто? А там же вторая пушка еще есть. Она пустая, пустая, я вижу ее. И еще есть пехота у окопов. Где самолет? Лучше, может быть, базуки у нас. Все, они побежали по траншеям. Около 88 траншея. Be careful, there's a Литвин справа. Yep, copy that, I see it. У тебя ключ есть? Да. You see, why is nobody taking the tanks? Come on. А мы ралли не кинули, да? Никто танка не берет. Нет, почему раллика нет? Беги, Немирали, за мной, назад беги. Назад. Мишаки Немирали, Мишаки Немирали. There's a probably enemy on my mark. Guys, we sorted out. Тут выпрыгнем. Да и тут как ебач, блядь. Подождите. Садись, первый, садись. Мы готовы кинуть ракеты. Годл, что-то справа, по-моему, прилетело. Как будто тебе ракета какая-то. Готов. Please try to shoot from my mark. Беги напрямую от ралика, беги на фланг, а то наших нету. Who is mine? Потому что все появились на базе. А, Казовский, я стою. Все не верили, что мы... Ралики. Вы чё, блядь, делаете это, мать вашу? А тут были американцы, я так не знаю, где. Swedish Green, you're defending 31, Harvin, you're moving to strong point. Roger that. Что-то шмаляет, не пойму что и откуда только. Берете? Да. Берем. От мертвой потом не спамьтесь. There's a guy to be on the flag at 31. Я выбрал. Флага или флаг? Да. Убивают сюда, убивают сюда. Года, двигай что-то. С пятого ралика идите. Базучники уверят по мне. На север. Оставь базучников. Can you bomb the A gun at F3? Я могу сейчас. Does he can repeat AA gun at Foxtrot 3? Тут еще я так сказал. Я могу взять пуму? Так, оперенок. Не вылазь, не вылазь, не вылазь. Как думаете, мне брать пуму? Так, бери машину, бери на стронгпоинт. Блин, а танки никто не взял. Такой стронгпоинт без датчик отвлечь. Кто, я? Я, если что, нет, оперенок. Твоя задача их отвлечь, я поставлю, что ралик на Force 1. А можно спросить? Пехота. Так, мертвый не сможет. А можно взять пуму и куда-нибудь? Минус бросок. Куда бери? В
Any others, or I can move to the whenever I know. По-моему, было написано, что для international. Она сказали, что можно. А, ладно. Э, за танком враг. Очищайте метку. Я, наверное, двину куда лучше. Горю, блин. Куда мне двинуть, как думаете? На шату или на как? Флаге есть Dark Demak. Вот, Dream TV, посмотри вокруг себя, нет там. Соси, дампанк, айма позишн был так форст фарм. Горю, нихуя не вижу. Найдите Dark Demak на флаге. Я не появляюсь, Герц, жду тебя. Хорошо, так, давайте. Армен, can you dampank 63 for now? Мы ждем. А, strong point is unreachable, I'm going to camp instead. Аперион, мне надо было спауниться. Мы тут чё атакуем сейчас? Так, пока все, кто спаунился, броните 6-3. Dark Demak на нашем флаге есть, кто тут вернитесь на флаг, у нас нас... По флаг зону народ. Где все наши люди? Все тут так. В одиночку можно его опустить, там давно сидит. No, we don't. Давайте, нараль, когда атакуем на фан. Keep defending it, girls, don't attack. Too late. Да, к нам танк движется с запада. Нашли его, да, отлично. Так, мне кажется, идет у них здесь раль кто-нибудь. Аккуратнее, потому что есть минг. На крыше тут есть. Вот, на крыше, да. Нет, копи. Так, я спаунюсь на 63, в этот раз... Are you attacking any flag? Yeah, we are trying to attack the shuttle. Квёртный все спаунится на ралли. Or can you defend the 63 instead? Copy, will do. Чай, громкость повыше сделаю, что-то ни хера не слышу. Так, да, всё, отлично. Мы поднимаем? Немножко, да, сейчас. Машина приехала. Ты в дом входил, Керст, в этот? А, нет, не входил. Меня с краш убили. Ладно. Казос. Слава за тех, кто стреляет. С другой стороны. Да, окей, я убил. Lost lead, aren't we? На мне джипик. Флаг взять. Отлично, бронить. А, на первом этаже гад есть. Оборонять флаг. На первом этаже все... Dream TV, как это так? Так, в домике, у главной двери... Я с гаража. Атла, я спорю за Шерман, есть американцы, как ты понял. Yep, copy that. Тор, бомбер смотри, баун. Так, как понять, мне все равно кулдаун. Рали. А, танк. А так сейчас будет на фарм с 64. Танк before, be careful. Поставьте ралик, заспаунтесь на фарм. А фермер ралик? Третий это отряд, что делает? Да, на фарм. Dream TV, пойдем к нему. Иди. Не расскажи, третий отряд атакует или что? Dream TV ко мне. Нет, они атакуют, наверное. Ну,
юг-запад, юг-запад, юг-запад от фермы. Thank you, we got him. Убил камикадзе. Торг, стронгпоинт, анимейка, also мустанг, например. Кто появится, возьмите антитанк, если вы появитесь на флаге на фирме. Maybe we should have a squad one go for strong point. Так, we should do what? На ферме нужен антитанк. That's strong point, I think it's poorly defended. And... Так, мертвый не спаунт. You think so? Мертвый не спаунт. Yeah. Captain getting shut out. CC squad 2, can you defend the first farm? Что Хуралика убивал? Арвин, can you defend forest farm? А Керс, ты будешь спавнить Хуралик? Да, меньше полминуты, меньше ждите. Танк Хуралика и там же пехота. А, у них опять там Хуралик есть на юго-западе. Слишком близко. CC, I'm a bomber looking for target. Да, они опять Кипитер, короче, International, юго-запад от фермы. Так, давайте на Ралик, все ко мне. Кир, скажи, а, что мне нужно кидать какой-нибудь отряд проложено. Смоки кидать, Кирс? Не-не, пока за мной сюда. Тор, fly away from... Кирс, флаг зон, они еще не знают. Кирс, ты кто-нибудь будет шато брать? CC, does anyone attack шато? А, был. Опять этот HQ, мы все время против них воюем, против него воюем. Тут еще где-то Том-Том будет. Это вам шарам. Enemy Jackson spotted one. Я спрашиваю, не отвечают годом. Но у них есть ралик тут, это точно. Они все все время. Нет, не делается. CC, we cap in the spot far. Слышу танк вражеский, наверное, да? От кемпа, по-моему. И ищите, откуда они вдвоем пойдут. А, с севера смотрите, меня только что убили. А с севера, да-да-да, где-то тут. А что у вас тут? Банан. CC, where's the chairman? Годол, если можешь, пробивайся. Танк, слышу. Так он сейчас в главный дом пойдет. Кабина, stay away from the windows. Да, видел. Минус, там два танка подъезжают к вам, два танка к вам подъезжают. Убил того. Джамбо и Шерман, Убил его, он мину поставил. Это, наверное, поляки, 504-й. Это HQ, Том-Том и вот этот PR. А ты ж? Да. А, ну может быть, ну, они вдвоем в отряде, они вдвоем в отряде, короче. А, все, я смотрю, здесь. Мы их на себе. Обороняемся. Ставьте полноценный ралик, народ. Кто поставит? Где-нибудь здесь поставьте ралик полноценный. Дрим-то... ТВ пошли кинем. Тор, Мустанг Файн. Кто остался на флаге? Далеко не уходит. Не уходи. ТВ, погоди, давай тут кинем. В углу. Не, подожди, как-то тут. Ну давай тут. Готов. Can you stop spotting more tanks so I can bomb them? Мустанг, вынеси мой танк. Спотти танк вражеский. Блять, Мустанг. И никто не поддержал танковую атаку. Потому что, наверное, никто не атаковал. Я спрашивал, кто атакует шато, мне ничего Роман, не ответили. Why are you not taking your tank? You have one shot. Никто не атаковал, кстати, реально. Hey, we didn't know that we have a tank. Там Питер просто третий склад, по-моему, ехал, и его их ралик убили или заблочили. Кто-нибудь на крышу заберитесь на главного дома. Опа, Джонни начал работать. Потом он и по значит, кто-то спотнул будет так сейчас. Я пойду уже... проверю северо-запад. Ой, северо-восток, ладно? Что-то меня напрягает, это странно. Попробуй шатокерс взять. Я не могу. Потому что если мы оставим Discord Farm, вы никто не проникнет. Я тут здесь останусь на резервный случай. Гудл, Гудл, помоги на этой самой, вот смотри, yeah, заброшенный ралик, они тут, наверное, где-то стороны откуда. Yeah.
I'm getting all their tanks out of the front. Так, смотрите, кажется, наш Тор машинка едет с моей стороны, с севера. Тор, остань ждал. Это север, а не запад? Так, get а ты где? Я у Шато. С стороны Шато только что машинка выехала. Сиси. Сиси, Шато, спотит флаттлеры. Okay, forest farm is being lost. Yeah, I figured. Эрвин, Эрвин, switch to destroyed farm if you lose forest farm. I will attack Chateau. А, блин, я рак поставил. Танк, пума? Проверите. Не уходите пока. Пока броней, компаниям никуда не уходит. Шерман близко к маркеру. Тогда вот пометки. Блин, вот заметили, ладно. Там на Forest Farm 5 рыб, по-моему, или 6, они могут захватить фаг. Там что-то давят конкретно, походу. Ну, потому что, наверное, танки и все прочее. А, так, давайте попробуйте сделать на Шато атаку. Давайте, Власов, оперенок. Козовский суд. А, ну забейте, ничего не делать. Mm-hmm. Попробуйте, там есть вон машинка. Там есть машинка, возьмите машинку. Попробуйте да проехать на дайте, шато. Да тут пешком дойти, пошли пешком. Они близко. Не уничтожили ралик. Блять, послушники безлимитные на меня. Да тут стоит там. Три послушника охрится. Да как понял. Это может быть? Тут есть кусты, я вот в них лучше соберусь. Вижу. Или мне в бункер зайти. Yeah. Давайте поддержите атаку с юга на Шато. На флаге останутся Литвин. Хорошо, Соловон, Литвин, Наперенок, оставайте на флаге, все остальные поддержите атаку на Шато. Рой! Казацкий готовься кидать ролик, только в кусты, будь в кустах. Там ролик есть пока. Сейчас пропадет уже. А, ну хорошо. Ай, казацкий кидай. Кинул. Погнали в атаку. Ролик больше, да ничего. Кинул вообще. В чем? А я бежу слева, Андрей. Есть мой склад, переключаемся на шату, все атакуем шату. Казацкий, Эрвин, defend the spread far? Я убил одного. Setting up my defenses. Капе, Вот и помогай с юга им, ага. Yeah, sure. I am so bad today. Торби, кто остался на строить фарм? Так, моя последняя позиция на юге Шато. А вот где-то здесь танк был. Весь мой сквад, идем на Шато. На юге Шато, на юге Шато, 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 вот эта деревенька маленькая. Если что, вот как зайдете, и вон там. Я тигра взял, еду к вам. Хорошо, так. За особняком отметки около третьего складного, третьего ралика танк. Короче, говорю то, что за особняком, вот задний двор, там вот в палатках и в палатках... There's two tanks at Шато. В атанку Шато. Танки едут! Танки едут! Танк, 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 танк. Возле Destroyed Farm. Танк, северо-восток, северо-восток. Угу. Я на мини подорвался, тварь. Вот Антон. Они... Джамба заезжает. Джамба заезжает? Ух ты. Спотьте танки, блядь. Спо... Кто-нибудь взял этот...
Народ, на ралик атакуем шато. Ладно, я буду спотить сейчас. Раз никто не будет. CC, care strike west and clear fire. Care strike west and clear fire. Please check my spot. Copy that, care shooting early. Да ёбаный рот. Тор, take fighter. There's the two tanks at the chateau. There's the two nothing tanks. There, Curse. Copy. Я уничтожу эту ублюдку. Сейчас ралик попытаюсь. Ну, нас ралик забыл, чем? Там. Сразу пригибайтесь. Зэшку жмите. Ралик разблочен. Уничтожен. Танк уничтожен. Отлично. А, так, танк. Блять, заебали, сука, блять. Где наш пилот, блять, убитый? А юго-восток, пехота противника двигается. Шато. Да мы ждем самолет. Убивают на и шато. Ройер, чё ты не на самолете? Да жду самолет, жду. Там зенитки, все забивают. We're under attack at Puerto Bon, but we're killing him, hold on. Раз, блять, выносит просто чистого. Да я понимаю. Мы только слетаем, нас зенитками расхерачивают. Салон, 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 осторожно. Я хочу взять зенитку, потому что... Нам нужна пехота. Да блин. У вас танки есть там? Пока нет. Да. Пока нет, он пума каталась. Ее, наверное, уничтожим. Немножко опускаем, пошел флаг. И с чё, блин? Я первый наш в дальней комнате. Танк там подъехал. Это АПЦ-ха наша. Флаг белый. Ага. Заход на втором этаже сидит. Так, мертвый не спаунтишь, мертвый не спаунтишь. Танки видно, Керс? Нет, пока не вижу ничего. На шатане? Нет. Так. Вы лучше самолет выносите, ну это вообще пиздец. Два тикера потерял, блядь, из-за бомбы. Метание этого ебучего. Я понимаю, понимаю. Okay, Royer, we have a fighter plane over here. Just stay in front of Chateau. Ладно, останемся в обороне. Пока броняет Chateau. Переставьте ралли где-нибудь севернее. Откуда? Куда я смотрю, Chateau? Юго-восток, Chateau, у них там ралли. Can we just read them for a few minutes, please? Please ask for help. Nobody's speaking on CC. For help, guys. Come on. Они за. Okay. So south, west. Годом, годом. Продвигайся, наверное, к Destroyed Farm. There's a rally, probably. Если у нас там нет танк, продвигайся к Destroyed Farm. Пошли к кампу. О, красота. Let me help get on the road. Going to Shadow from the Hellcat. King Hill from the main road. Hellcat. Здесь кинхил. Легкий танк едет к пятому ралику. Слышь, Годл, легкий танк какой-то. Это МС-5. Легкий танк у пятого ралика будет. Оперенок кинхил, пожалуйста. Я strong points for the flat lure. Спасибо. К вот Шато тоже проезжает флаг от камня. Retaking 31. One point down. После меня пилота. Пометки там, пометки там. Оберните Роя, Роя Годова. Кек. Там забежало до хера чего сначала. Вот пехота, то хуя возле меня. А нет, наш. Вот тут где-то там. Maybe gonna help, 31. We have it, no worries. Смотрите, они к вам будут идти со стороны кемпа. Джипик от кампа примерно к шату, по-моему. Роер, ты на бомбере, нет? Тут танк. Three tanks at the main base, take them. Веду бой пока. Смотрите, у нас пометки танк, хауми сверху. Кто наши хуй? 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 I'm defending Chateau. My full squad there, Chateau. What do you want? You don't have some dead spawn that destroys farm. Yeah, no, because it was killed. Поставьте ралик, народ, поставьте ралик на севере. Пометка. Бегу туда. Чей спот, Берты?
Казацкий регион, можете на марке регионера? Почему типа бежит и потом разворачивается? Дрим ТВ убили с севера. Даже in the north. Я на второй этаж. О, переверну попут. Смотри, танки будут палаться. Two squads and multiple tanks coming to destroyed farm. Поставьте кто-нибудь ралик, идите ко мне на шоту. Ладно, я даже... Ко мне, но это... Стой на маркере, я приду. Стой на маркере. Давай чуть... А, ну ладно. Роер, пометки там. Подожди, веду бой. Кину. They are all around the flag. Давайте пропустим. Destroyed farm потерять. Мы там слишком нужно долго проходить. На машинке побудем. Вы лучше помогите на Destroyed farm. Даже кто на машинку? Быстро, садитесь. Я иду. Накинь, тут шмаляет. Накинь, нет. Давай. На фарм Destroyed, да? Да, Destroyed farm, помогите. Накинь все оттуда, шмаляет. Казацкий, у тебя есть ключи? Для арты скотчи, для арты танк скотчи. Чини. Соси танк. Немного надо. Впереди танк. Впереди танк. Соси танк под фатлеры. Танк под фатлеры. Садись. Быстро. Ай, видеокарта лагает. Мы чела не сбили случайно? Интересно, смотрите, у нас по... А там в районе танк тяжелый катается. Опа, ух ты, это был танк. Это вот он. Есть боты, блядь. Да ну это пиздец. Им точно нужна помощь на ферме, да? Что-то. Так, убили. Да, там сообщали, что танк, вон у них ралик заброшен. Так, народ, поставьте кинет в здание. У нас есть эти реконы? Я буду в амбаре сидеть. Squad 3, they are right next to our rally point. Enemy coming from the west. Achtung. Alright, we got a Hellcat just north of destroyed farm. He's on the map. Смешно, они нас... они свой перебивают. Они на западе. Third one still under heavy attack. Да, они на первый на западе. Да. Убивайте больше, блядь. Один в амбаре на ферме. Нужна, наверное, помощь им. Я как на шахту. Так, смотрите, у нас, кажется, отсюда идут. Мне это бесит. Да, у нас отсюда идут, с метки. А, ну, там пехота, по-моему, антитанк есть. И танк какой-то едет. Да, если enemy infantry coming to Chateau from east, from camp. Flags going down at destroyed farm. Танков нету, блядь, как будто специально. Нахуй. Мы теряем destroyed farm. Да. Смотрите, у нас жипик. На юге? Do you hear me? What? Нет, вот, блин, once we're done with в эту сторону поехал, в эту сторону поехал. Destroyed farm, you can go sneak for a forest farm, I think, or camp. Окей. А где ящик с патронами на шато? Посмотри, как бросили, как они... Что это? А, это... Они за деревом, прямо где джип. Пометка танк. Смотрите, наш шторм танк движется. На шато с севера со стороны нашего восток. Northwest Chateau is attacking. Bomber plane down. Chateau is under attack, they're smoking it. Smoking. Так, народ. Мы под атакой. Народ, все возвращаемся на шато. Поставьте ралик, два человека на юге, поставьте ралик. Северо-запад заходит. И Эперион. Радио и Эперион, поставьте ралик. Славон встречает. У нас наступление сейчас идет, мы не можем выбежать. Заходит.
squad leaders stuck on the flags. Come on, I'm the only one that's supposed to attack. Why are you running around that camp? Come on, guys. South of Chateau, Tango, south of Chateau. Why should I start to... Last Chateau. Что они как-то быстро шато захватили. Сейчас никого не было на флаге. Там танк, там самоходка еще есть. Там 36. Я CC, who his genius idea was it to keep attacking. And we have a flag to deal with. I was the one only assigned for attacking. Why did you move out? Yeah. Какого хера никто не поставил рамп? Рали. Нет, так, радио. Там, не так, так, подождите, Козовский и Годл, поставьте ралли. Я уже не поставлю нихуя, пускай сами идет. Подъедь к нему, Годл. Смотри, тут пометки танк. Пометки танк. Все, оставайся там, Годл, где ты есть. Ты все, пиздец. Оперенок, если сможешь сюда, подойди. Медленно, возвращайся на старую позицию. Подбеги к танку. Сейчас. Я тоже хочу вот эту РПГшку мощную. Где ее достать? Сейчас слышно, нет? Слышно. Сейчас слышно. Керс там угодил. I'm capping forest farm, spawn people here. Yeah, good. Надо на хелкет. Spawn here now. With lots of AT and stuff and defenders flag for the west. We can still win this. You land now, don't attack. Ты уверен? Будет избиение младенца. Forest farm. Forest farm. Все на forest farm. Сейчас же надо... No, we don't need to get it back. Нет, нет. Keep this deal. No. Forest farm. Спавн есть. Что дальше? Броняем. Ставьте ралик. Кирс, не слышно? Да, слышно. Слышно. You need some help on destroyed farm. А, мертвый на destroyed farm. Дринт Вен, destroyed farm. Enemy pain. Quad 5, stop attacking copy, and help defending destroyed farm. I'm not attacking. Well, tell your guys to spawn there then. I told them. Enemy plane down. Nice one. Siena forest farm. Stay away. So, там же за destroyed farm сказали. Destroyed farm under attack. Ты чё? Роер, прикрой меня с самолёта. Роер, взял. У тебя? Меня. Сейчас. Просто прикрой меня, и все. У нас Forest Farm. Торняем Forest Farm. Тем, кому я сказал, на Destroyed Farm. На Destroyed Farm. Какого хера ты уходишь от флага? Погоди, так Forest Farm или Destroyed Farm? Ты определись. Forest. Какого хера ты у кемпа? Объясни мне. Все, кто сейчас умер на Forest Farm. Forest Farm. Годл, смотри за пушками и зенитками, аккуратней. У нас 53-й взяли. Да я вижу. Где 4-й отряд? Что они дрочат? Блять, где эта самоходка? Ну я что могу сделать? Я такой смысл. Пусть я могу сюда к кемпу подойти, хотя бы вдруг там никого не будет. А, понял. Козоцкий. Ну, Керс, ну просто смотри, вот тут второй склад весь. Козоцкий, выключи CC, чтобы не путаться. Вот я вот выключил и не путаюсь. Да я не путаюсь. Машинка еще. О, пойдем, оперенок, пошли на юг, оперенок. Оперенок, АФК, кто рядом? Не, живу. Пойдем на юг. Прям тут рядом.
Где-нибудь тут. А, есть реконы? Только Dream TV. Все инженеры. А, ладно, адъютант, наверное. Ралли готов. Я пойду на край карты пока. Вы кричите, когда будут машины на шато. Ага. Dream TV, обложись минами в шато. Где там на шату этот рамбокс? Я не видел рекона. Может, пригонишь? Ладно, я сам пригоню ПЗшку сюда. I hear enemy airplane over шату. А ПЦхи на край карты едут. Да. As you see, enemy APCs coming along the map edge from west. Три ПЦхи пометили. Мне кажется, машинка проехала на свой фарм. Вижу грузовик. А нет, это две ПЦхи. Yeah, enemies most likely trying to sneak to destroy the farm and to force farm from south. Ох, а мой план еще какой-то рендер лучше. Just pull out from 63 and defend forest farm instead. Машинку слышу, по-моему, подъезжает. Так, Dumpunk, you should order people to forest farm. Занимаемся. If you lose that, we are fucked. P4. Кого мы еще есть? Do we have squads? Just have the dead Germans from 63 to spawn there. О господи, Годл, я испугался. Машинка. Well, it's up to Dumpunk, but yeah, that flag is more important than that. Я убил машинку возле шато, тут и АПЦ приехал к нам. Они, может быть, сейчас пока не пойдут. Enemy tank gets shot down. У нас промишпоинт, поэтому посмотрите по сторонам. Нашего шарика. Я проверю. CC, enemies between Chateau and destroyed farm. Понятно, что там. Так, повторяю, значит, Dream TV, Васи спины внутри Chateau, если ты их так поставил. Все остальные ищите Chateau. На западе, где-то на западе. We're trying to retake 31 at the moment, but... Где-то на западе. No, no, just send that spawns. Roger that. Yeah, they still coming from south. Enemies coming from south to Chateau. Нет, наверное, не наш. German, don't make a rally at 63. No, that, just defend forest farm. Copy. Роер, выдвигаешь на место? Сейчас попробую. Я услышу меня. Enemy airplane near the 30 coast. Аж ралли убили. Все с запада идут там. Слава, в дом входит. Enemies in the flag zone in Chateau. Enemies in flag zone in Chateau. У главного входа где-то. Roger. Их там очень много, брат. Somewhere take 4K1. We have a plane at the main base. 11 часов, еще один. Так, Годл подсветили танк по метке. Славон, тоже у тебя же возможность смотреть на восток. Если что, на восток смотри. Я не слышу, впереди тебя. Не шмаляй, не перегружай. Я не слышу, я впереди тебя. Там пускай. Шато, your people northeast of your flag, northeast. Send your people to strong point. Давайте на юго-востоке кинем дом, или кто-то. А так, нам сказали на strong point, всему складу перебазироваться. Swedish, you switch to Chateau. Самолет, Славон, работает. Imbecile, you're about to take a 31. А вы switch to Chateau, Roger. И поставьте его здесь, поправили. Прямо на башню закинул. Destroyed airplane. О, блядь! Торрес! Торре, help out Chateau! Enemy tanks north of Chateau! Там какой-то есть! Ай, конца пром! Твою мать! Тише! Взрывчатка не зашибилась! Lots of enemy tanks at Chateau! You can attack tanks for there!
North of Chateau is strong with enemy tanks. Point. Strong point. Send the tanks at strong point to there. Поставьте, поставьте. Где я ставил? По-моему, вот где-то здесь можно поставить ралик за бревнами. Не во рву, а именно за бревнами. Okay, see, I don't have bombs, I'm sorry. Смотрите, они будут идти север, север, восток, восток. Ралик поставьте. Смотрите в ту сторону. Ставьте, да, ставьте ралик. А человек кто там? Оперенок и Dream TV на метке. North of Chateau. Ралик, хорошее место. И крутое. Alright, fine. Спам не ртуха. We're getting spawn killed, that's why. Все отлично. We don't even have a shield. Okay, смотрите, у нас пехота идет. Отсюда пехота идет. Heading to strong point. Блять, по мне ртуха нахуй. Вот, значит, уходи туда. Где-то около тебя пехота. Да, с севера идут. С севера идут целый сквад. Принят. Смотрите, север, северо-восток, восток. Ртуха в лесу нашла. Скорее всего они будут идти, потому что вот тут целый сквад, вот пометка целый сквад. Chateau, you have two tanks incoming, friendly tanks, just там так много их. Spotting tanks. Пока нормально, да? See, Outlook, can you check my spot? Just, I copy, I'm shooting a tank, one second. Я пока на Chateau. Copy, copy. Так, смотрите, они обходят, обходят вот пометки. Да, там метка. Посветил танк. Там пехота, танк. CC, MTG, Echo 4, keep it 5. CC, Outlaw on my spot, enemy tank. Полный сквад, с моей стороны идет полный сквад. Твои? Смотрите, народ, отсюда, вот отсюда иду. Иду, иду, мне помню. Готов принимать. Spot him again, please. Ух ты, блядь. It's keep moving. Check my spot right now, but... Yeah. А как он так стреляет, подожди. Ну как-то так интересно самоупреждение просчитывать снарядом артиллерийским. Зенитку, как сам один свет. Keep hitting my spot, keep hitting my spot. Зашли или убили в доме походу, ребята. CC strong point under heavy attack. Strong point under heavy attack. Закинем подарочек сатану. А, вот теперь один на маркере вижу. В лазер никого нету. Вы все сдохли, что? Так, в вашу сторону движется танк. Да, в доме на втором этаже, там где пулемет. Один во рву от маркера. Ой, чуть не убил. Дом забежал. Дом убил. В доме. На втором этаже. Смотрите, заходит они около пушек. В этом районе, в этом районе где-то будет танк. Около пушек на дороге. Нужно помнить. Ребята, если вы не... Я не могу договориться. Где наши танки? Танк вынес. Лесивин аккуратно. У нас и ралик уничтожили. Не спамьтесь. Мы одному отряду отдали. Я на метуан кричал. Потому что все разбежались по окопам и перестреляли, конечно. Мы все были внутри. Тишина. Ралик готов, давайте на 31 идем. We have tiger at the main day. Все толпы. CC, first squad is moving to strong point. Лучше не мапа. Народ, сделайте фотку. Чуть-чуть шире. Сделайте фотку, кто сзади бежит. О, я с ножом. CC, we have tiger up, come on. Власов мы прозираем. И чё мне... А тут никого нету. CC, Reuter, you want the bleed bomber or should I take it? Один был. Yeah, смотрите, как можно накинуть по окопах. Поаккуратнее там. Да у него пулемет. Какие мины там, блин. Да может на 63 пробежим. Нет, оставайтесь, поглядитесь там. А если можете, поставьте полностью на ралик в этой стороне. Какой? Вот на метке. Слав, мы со Славой кинем. Окей, CC, I have bombs on play now. Give me targets, CC. Тут плохо как-то кидать по северу. Найдите хорошее место, я не знаю, севернее может быть, я же не вижу. Kurt, you're sneaking for strong point. Я? Готов, Ралли. А где только у меня танк?
По восточной стороне движется танк. А есть инженер? Флаг, а флаг сели, да? Это, ну это тот. This is the enemy tank close to me. Enemy tank close to me. Squad leader 5. На стрелку. Somewhere to my east, northeast, north. А вы слышали? Вы видели? На G2, R2. Yeah, это 31. Enemy tank somewhere at George. Так мы будем вам бронить, да? George 3. Да, пока броняйте. Смотрите, с восточной стороны где-то вот. Тут около меня танк близко. Да, блин, был вот здесь, около этой самой, около зенитки. See, we have the tiger, nothing used. Come on now. Гудл. Рорих, вот тут где-то танк. Я не на бомбе ряд. А, понял. Рори, возьми зенитку, если тебе нужна помощь. Tiger or not? Okay. Erwin, is your squad taking the Tiger or not? Erwin. What? You're supposed to take the tank. What tank? I didn't even hear it. Tiger tank. When did you say it? The parilla самолетчик нас beginning of the round. I didn't hear it. I'm too focused over camp. And I don't have a tanker in my squad, so... Ah, тут пушка. Так, бегу! Okay, someone else. Swedish take the tank. Yeah. Где тагер? Я флаг зоны. Зенитка разрушена, я не помогу. Да-да, это я сделал. На мне противник! Идут! На юге. В направлении идут! Да-да, опять испанцы. 350-325 squad. Секер стоит вас на Терафайр. Убивают. Они с юга убивают. Запад. Они знают, откуда надо нападать на запад. Пехота заходит на точку. А где заходит? С какого направления? С того направления, где вы. Let's play, Curse. КП. Okay, CC, I'm in the tiger now. Я не вижу никого. Лойто, you can take a bomb. Я схвалил это. Я копил. Смотрите, они могли просто отвлекающие атака. Могут быть юг, юго-восток. Машинка наша у Ралика? А на севере, по-моему? Заходит. Юго-восток зашли. Помси? Я не понял. Броняйте пока, если что, я с Ралика переставлю. Там танк еще, блин. Проверьте северное, я не уверен, что север. Там ангуиты лежат. А. Танк заезжает. Где? Они убивают прям конкретно. Это испанцы 517-й, да? Они заходят, Литвин, аккуратно, Макропы заходят. Славон, C31 under attack. Они идут примерно от палаток, там где казацкий, за тобой казацкий. And we'll bleed them. We're gonna lose forest farm if it's... Они за палатками где-то рали на них. Вы держите? Влад, смотри. Вот надо потом брать и переставить здесь в палатках. На метр. Подожди, у них я ралли... вижу ралик, я уничтожу. Чё это Керс говорил? А на метке надо танк ставить. Танк севера. Со стороны ралика там. Блин, подсвечен. Один ко мне сюда. Swedish. Радио, садись за ствол, я поверну. Не вижу. Вон он впереди! Право! А мне один сюда. Отлично. Are you captain? How is the strong point? We're slowly but surely trying to get it. See, Dumbbomb, why do we need two squads taking two different flags? We should just focus on one. We need the bleed on that side. Кто угодно, любой, ближний ко мне. Еще сюда. Танк по главной дороге. Идите. Давай. Убивают, блин, тупорылый. Все, рано готов. Возвращайся на флот. Я лечу к вам, я на бомбере. Метку дайте на. Ешь, прием. А, все, танк уничтожен. Да, я слышу, что там. Скажи первому отряду, что я еду поддержать их. И чё на севере? Это по цели танк? Дико боюсь. Садитесь, нет.
А, легкий танк на себе. Не, взорван. Блин. Метку, метку на него. Он в лесу, у АПЦ-хи пустой. Я не вижу здесь текстуру херовой, не набил. Бля, у меня хвост. Где-то здесь, нет? Да-да-да. Зенитку используй, у меня хвост. Эрвин, if you're wiped, так, смотрите, они опять идут. Зенитку используйте. Опять идут отсюда. Зенитки разрушены. Ну чините. Радиус стал появился совершенно. Не-не, она там была, она разрушена. На карте разрушена. Просто на какой-то момент там... Чего не чинится так долго? Ну она там минуту где-то, по минуту. И китан в тыл поехал. Арвин! А перёнку убили откуда-то? Арвин! По-моему, вы слышали, либо у вас юго-восток. No function, то just go for strong point. Ну я слышал, может не уверен. Не уверен. And three tanks no, squad one, one is one man squad and Swedish. Just need the strong point, and that's it. Ну, я пока север вижу. Sorry, say again? Тут, по-моему, М8 едет с востока. Вполне возможно. 100 пинг. Танк? Или чё это? Это М8. Я понял, чё это. Да, на северо-востоке отхода. Ой, блядь, увидел. Со стороны палатки, прям за палаткой, блядь. Спасибо, нас нету танков. А, ну ладно, там some point. That's one. Swedish, can you... Ну, он просто катается, мы не можем подойти к нему. Roger, я пока появляться на штурм. Да, не спавчись, не спавчись. It's really necessary. Там подсекает так все это сыграли. В конце окопов появляется кит Панцерфауст. I don't know. Oh yes, you can. Yeah, but you need just keep defense. To send just someone to set one. Okay, no. Just так, продолжаем броняться. Продолжаем броняться. Тачка едет. Откуда? Мы не будем атаковать. Они заходят в юг. Они заходят. Восток, 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 идут. У них ралик далеко прям. Блять. Идут с востока за палатками, за палатками. У них там ганамаг. Легкий танк все еще жив, да? Да, он жив. Все, берем точку. Спутните его. У палаток пулемет где-то. Прям в палатке радио, левый. Убил. CZ, excellent, now we just defend. Tor, move away, you're spotted for RT. CZ, just hold your positions now. CZ, outlaw, CZ3 spotted for RT. Cap deckers. Squad 1, stay at the strong point. And Kerst, keep defending 31, we don't need to die. Granate kidai. Так, что бомбить надо? А бомбить могу. At the 63. Как обычно. Бегут они из нас, Маркин. Гласов не хочешь сесть? Си-си, аутло, enemy 88 spotted for clearly. Там под деревом. Пометки 88. Да, у них далековато. Далеко. Кто хочет сесть ко мне? Strong point is secured and we're defending it. Это другое. Как же они втроем эту точку взяли? Прям танк идет. Идите лучше на точку, на точку. Пометки танк. Флаг. А, починили флаг. Возьмите фауст патрон, блин, да убейте его. В лес, куда ему посеять? У АПЦ-хи все еще есть враги, если вы не знаете. Мне сейчас рано или поздно танк шубанет. Окей, Рой Коби, это плейнос. Там сзади с запада едет АПЦ-ха, там нет. Я кот, там. What first? I didn't hear you. Ну, нас, ас. С точки не смотрите, АПЦ-ха едет, смотрите, народ, АПЦ-ха едет. На флаге никого нет. На флаге идите, почему вы разбежались? Да там нет врагов, они на западе, на востоке. Блять, у вас всегда так, нету врагов, блять, тут уже успеваю. Да, кто там за пушку, у тебя сейчас АПЦ-ха появится с этого. Вон она едет уже. У них и правда маленький. Смотрите, нас восток убивают. У них маленький отряд там, это правда 3 человека. У них маленький член. Блин, там один или два. Там пулеметчик лежит и Дарт Демок бегает. Он чуть севернее, там еще. Да, и там еще рейдер бегает.
где-то. Значит, это какая-то они просто отвлекают, мне кажется. Да, но... в окопы заходят три человека. В дыму на севере. Четыре человека минимум. В окопы на севере. Большой отряд. Это там куча. Вот, народ. Я же... Ну, говори же. Бомбите. Мы нужны помощь 31. Мы нужны помощь 31. Это спонсор 1. Нам нужно палаты. Их куча у палаты. Они бегут на юг, прям к ралику бегут. Так, танк посвященный дороге пометки. CC enemy tank, Fox 2, K7, K8. Again, enemy tank, Fox 2, K7, K4. Ралик, походу, севернее палаток. Я видел, как оттуда бежали. Они еще север, да, у края окопов сейчас войдет. Они на севернее палаток, да, на самом деле. И ставили на север, короче. Там где танк, например. Нам нужен танчик сюда. Опять танк приехал. Да вот урод, ну... Паш, ты можешь против, чтобы я как-то пантера к нам приехал? У них и так там тигр. Да, у них три танка в центре. У нашего ралли. ССИ? И у палаток. Can you summon center tiger to set one? Как у нас ралли попал? Алекс, Yep. We need tanks here. На край поля кинь, одного бутылок. Это он, отлично. Спалот. What you want us to attack? No. На точке, я же говорил, блин, стойте, блядь, на точке. Так, ладно, Don't point on the heavy attack from the west. We're still trying to hold. Хули вы там точки? Да, ну просто нас там убивало на спавнах. А давайте контратакуйте, если не можете взять, я поставлюсь в ралик. Тут один. В окопах сидят. We lost destroyed farm, we need some help down here. Тут один, он в одиночку флаг пустил. Он в одиночку флаг взял, блядь. Так, мертвый не спал, сейчас будет на ралик. Давайте на ралик. Чё мы сейчас можем точку обратно отхватить? Хватывайте? Да, я им ралик сломал. Хорошо, значит, ну поздно уже, я ралик поставил. Давайте мертвый на ралик на 6-3. Erwin. Yeah, если возьмем, значит возьмем 31. Если нет, значит это не получится. Ну как я вражеский? По окопам идут, по флагзону, по окопам справа идут. Танк подъехал прямо на нас, урод. It's suddenly my fault, isn't it? Котл, если хочешь промчаться, танк прям тут на окопах. Прям на мне. Метку, проси, я фамблю. Он прям флагпол. Понял. Пометку. Смотрите, один флаг, он нас заметил. Germans, your rally is down. Сейчас буду бомбить, сваливайте. Давай быстрее. Котл, он почти на тебя смотрит, аккуратно. Это HQ. У тебя там куча пехоты. Попал? Если вы капец 6-3. Я еду, блядь. Right, move to Chateau as soon as you capture it first. Минус еще танк. И меня вынесли. Окей. Move to Chateau as soon as you capture. С метки один человек. Флаг возьмите. Сейчас возьмем. Так, они тут с меткой. Сысы Керта, просто говоря, фая, immediately. Заходит с моей стороны, два человека в траншее. Три человека в траншее. Смотрите, как... Rally's down, Curse, the rally's down. Nice. У них нет ралика, убили ралика.
Там 5 человек в районе метки. Возьмите кто-нибудь панцерфауст, нам с вами. Эти в южной части траншеи гранаты. Щекина. Закидывайте гранаты. Squad 1, how are you doing? Этот Рора, ты там кучу. I captured Chateau. Вроде да, я не вижу. Я остановил, я остановил. Потому что я уничтожил. Заходите быстрее, я одного траншею. Ты не стреляй, поднимай мне. А, там у нас танк приехал, все забейте. Ну, в любом случае, так, давайте. Не спаунки. Да нахер этих испанцев, а? CC, we lost 63, where we spawn? Киберкотлеты какие-то. Go for forest farm from the main base. Может нам с базы на farm? Давайте, с главной базы, на forest farm. Just help it recapture. Рейте машинки, все, что есть на forest farm. Keep defending farm. Just go from main base. Машинки, не грузовики, грузовики медленные. Еще ворвемся прямо на флаг, захватим. Он на подцеху есть. Какая по цехам, мы на машинках, давай, Тим, давай, погнали. А где машинки? Вон на юге. Ой, нет. Молодец у вас, взял тачку, уехал один. Я с Тим ТВ поехал. Но ролик выкидайте, мы прям на флаг поедем. Я после этого раунда уйду. Окей. Опять слили. Я пока что, то что ее заносит, я прям в деревья врезаюсь. Пойду едет. А может потому что это зимний кубик? Может. Нет, там поменяем форс. Там танк. Меня на танк отправьте. Че, объехать? Чуть-чуть. Не разворачивай. Силу, блин. Подъедь сюда к ним, Ралик. Отлично. Вот у людей есть панцерфауст, а нам что-то не достаются они. Может они еще люди. Может нам проехать на танк? Как давай кто-то. А, не, давай вот сюда к чем-то ближе. Или на шато? Не-не-нет, а берегите тикеты. А, ладно, ладно. Ой, на фарме что-то наших мало там не убили их, не? Мы подъедем в одно время. Пардон. Слишком близко. А, давайте, на машинку на строй фарм. Или на шато? Можно на шато свернуть? На шато давайте, на шато. Без разницы. Хорошо. Ой, там три танка. На шато? Не, ну там, конечно. Ну мы, да, мы не заедем. Ну. Знаешь что, я попробую их отвлечь на 63. Я прям широко-пришироко по краю карты поеду с Dream TV. И тут ворота. Хотя ладно, мы там только сдохнем. Хотя. Ну ладно, мы все равно не успеем сделать это. Ладно, короче, мы отвечаем все равно. Strong point under heavy attack from the east. We're trying to hold it. Там еще второй джипик. Давайте тогда прям на 63 на флагзону въедем. А кто во втором джипе? Угу. Я тут один. Я. Слава? Или Ради? Я за... Приторможу, догони нас, мы на 63 едем. Дрифт, честно. Догони. Я вижу, разворачиваемся. Понял. Короче, мы попытаемся на флаге кого-нибудь убить, Dream TV. Лол, я кемп снимаю. Перс, надо бежать, на сейчас бахнет. Что? На сейчас бахнет, тогда работает. А, ну пофиг. Здесь тикет встал. Блять. Да, я это накрыл.
Ебучий нахуй Джонни. Ебан, блядь, тупорылый. Не, не успел. Я... Да флаг не проблема. Метку просто. Он убьет флаг, я да. Кину. Тигр, ну, а тигр кому дают? Тор будет о нем. Интернет. А, понял. А у вас нормально все стоит? Нет, АПЦХ, АПЦХ, АПЦХ. Народ, берите АПЦХ. Любую, любую можно взять. Мне бесит обзор в этой штуке. Минус. Отлично. Еду прямой наводкой туда. Давай. Да ты... На стронгпоинт или куда ты едешь? Мне надо проехать через что? Через стронгпоинт. Ты можешь мимо флага проехать. Там же можно проехать. Еще он прицелил. Керс, ты машинку свою это потерял? Меня убили на ней почти. Я расстреляли счет тяжелого с 50-го калибра. Ладно, мы это, мы ралли кинем там. Угу. Неважно где, да? Здесь. Там, да. Есть телефон ФК? Только Dream TV рекон. Dream TV, ты споть танки, если увидишь, чтобы Коннелл знал, где. Роер, прием. Да-да-да, на связи. Блять, right, squad one, move out of shadow. Got it, на Коннелл. Вынеси эту пушку на стронгпойнте. Сейчас, понял. Момент, перезаряжу. Этот, как его? Керс, она нас, короче, знает, тут просто загубил. Угу. Может, на 31-й повернуть, нет? Или там возьмут? Нет, или продолжать, наверное, все-таки все же где мы здесь ралли ставить. Какую точку, куда? Уже я не знаю, как он стреляет, куда, какую точку? Давай мы вообще... Танк, на юге, метка танк. Мы продолжаем с тобой. Наперенок спрячься в кузове, в 4. Буду, на юг от тебя танк и Грейхаунд. Я понял. Керст, короче, ролик ты будешь кидать, мы просто отвлекаем. Понял? Там был прозвук примерно впереди. Окей, Эрвин, half track is down. Да, я понял. Так, Около года пехота. Только что одного убил. Танк заспочен на дороге. Работал два танка перед тобой. Я не пройду. А, Власов, вы сможете ралли кинуть? Зенитка два стреляет по нам. Ты уверен, вылезти? Что надо ралли? Два человека вылезете, Маша. О, Ладно. Подождите, я вынесу зенитку. А, нет. Взлетаю. Зенитка стреляет. Керс, просто всю эту дорогу мы по нам. Да. Я понял, сейчас поставлю свой ралли здесь. Зенитка? Помечайте танк. И сейчас поставлю свой ралли здесь и двигаем вместе танк. Я хз, где эта зенитка, классная. Ты не знаешь, где зенитка на стронгпойнте? Нет, я знаю, это какая-то классная. I'm surrounded with tanks. Yeah, well, get yourself killed and spawn main base, go through shadow or destroyed farm. Кто там с хитом пройдет танки? О, вот он, вот он, вот он, херач. It does. No, it not. Куда уж упали? Давайте двигаем на стронгпойнт. Минус. Отлично. Ремонт должен. Садитесь кто-нибудь. Ой, сейчас. Попробуйте вот сюда выдвигаться и попробуйте... Ну, смотрите, вот сюда двигайте, не бегите прямо на флаг. Двигайте на метку и с метки на юг. В этом направлении поставьте ралик.
взяли, конечно, робот щит. У кого есть бинок? Нет. Дим-ТВ, кинь метку на флаг. Ты знаешь, как кидать метки на флаг? Спасибо. SSC Force Farms под Фатлеры. И не пулемет, это ружье. Так, давайте мне еще почти больше двух минут. А Кирс, короче, она знает, что делать. Продолжайте. Я еду к вам. Я еду к вам. Две минуты, это путь, потом у них обе зенитки взяты. Уничтожить. Скиньте спот для арты. Покинул спот для арты. Дрим ТВ хотел кинуть, наверное. Пометки, пометки, пометки 88-я. Уничтожить зенитки. Сейчас, подожди, пометки 88-я и чуть южнее 88-й. Я веду воздушный бой, сейчас пойду. Royal, I got 80 anti-air. Мне еще спешу. Я заскучил, так что... CC радио requesting clarifier. Радио смерч requesting clarifier. Минус зенитка. Одна. Там что есть? А да, там не выше. На юго-востоке. Ралли пропал. Лорин. И почему там? Грейхаунд объезжает. Не имеющий 78 секунд. На юге, на юго-востоке. Может, мы тут в Орли поставим? Так, лечу к вам. Если мы... Поехал по дороге. Ну, ставьте. Гудо, подойди сюда тогда. Я подойду. Я его не вижу. Да насрать там, она с Ротенти не пробьет все равно. А, ты... пацаны, осторожно, там фонтрак. Радио, я подойду. Форс минус. Окей, Тагерс, а... Гудо, постреляй по дому, по второму этажу, там, где пулемет. Я... Метку на Half-Drive, метку. Мы еще не брали, Dream TV, не появляйся. Радио пошли в рот, радио. Ах, блядь. Кто же это Россия? Варвик? Да, я его не вижу, нихера. Эрвин, can you stay at defense of 43? Эрвин, есть. О, два, В окопах хоть можно брать флаг. Кидай дымовый, да? What do you mean, why? Because spot 3 is now. Кидайте дымовый. Один в дом вошел. I can't get up. Пометки играют. What? Быстро все на флаг. Окей, окей, you got some time, yeah, sure. Just go to... Гарант на севере где-то. Fast. Один на севере. Tree is gonna defend from now, go perfect. Shadow take я его не видел, отстрелял нас. Гудо, ты по сторонам смотри, могут обойти. Roger, I'll defend the chateau. Ухи, поднимаем? Ты на... Бил на север. Поднимаем? Да, бах. Флаг поднимается? Вот, ну как я не убил его? Нет, мы не возьмем, по-моему. Пока нет. Так, я сейчас переставлю ралик, давайте пойдем на форс. Нет, подождите, Понял. Не переспавнулся. Давай. Сейчас. По окопам, наверное, попробуй пострелять его. По дальним только. У кого дымы есть? Кидайте дымы. Ничего. И для арты метку тогда заодно. Они с юга идут на вас. Танк за танк. Флагом. Чуть севернее. А нет, он... Блядь! Ты мог раньше сказать, блядь. Спать. Он, по-моему, он выезжает слева от тебя за флагом. Главное. Минус танк один. Где еще? Там, где дом за домом. За домом, кажется, примерно. С той стороны. Может, справа от дома. Пометьте, вот, пометки. Enemy tank at shuttle. А, тоже все. Когда? Так, если вы не берете, я переставляю ралик. Ну, если нет танка. Нет, мы не берем, очень живой. Много появилось тут. Все, я могу отбить метку, давайте. Ралик готов, давайте, на ралик. Гудал, я по звуку ориентировался и думал, ты тот убил, а не тот. Ну, в общем, ладно. А оперенный трайд, вот давайте атакуйте, если вы умираете, вы умираете. Там надо больше атаковать. 12. Подождите, я бой. Значит, нужно умирать. МДВ, держи, не двигайся. Я воздушный бой не могу помочь пока. Ну ладно, все, уже не надо. Вот, блядь. Так, ждем сейчас. Еще первым придем.
Да все, я уж понял. Ах, там ралик спалили, уничтожили. Да нет, у нас есть ралик на ралик на форте. Так, где-то у нас слева танк. Давайте. Аккуратнее, не светите на дороге. Так, могу бомбить. Не стрелять в следующий раз. Крышу проверить. Пока ничего бомбить. А, там еще, наверное, в гараже на втором этаже. Не, таргет был бомбер. А, Ройер, могу сказать, на стронгпоинте два танка было. Стреляют. На крыше, на крыше. На крыше, на крыше. Пулеметчик. Попробуй, если по тебе стреляют, уходи. Прямо там на флаге, прямо там. Как он? У ворот гарант где-то у ворот. Ройер видел, нет? Я не знаю, там вынес кого-то. У Ралика танк на севере. Появитесь сразу с антитанком. У нашего Ралика танк. А блин, недоступен. Ройер. Да, у Ралика танк. Я на перезарядке. Так, взлетаю. А, блять. Да, взлетел. Давай, что там? О, к вам танк едет. Кому, кто там один остался? Танк. Откуда? Едет. Откуда? Со стороны главного входа. А вижу, это... уже увидел. Так, не, аккуратно лежите, не поднимайте, он знает, что... Метку на него кинь. Надо ралик переставлять. Два человека, отойдите вот сюда, поставьте ралик. Оперенок и радио. Enemy rally, north, east of chateau. Что, блядь, их позабирали, кто это, International или кто там? Скажите, International, пускай открывают, сука, битвы. Сейчас я посмотрю, у кого они. Блядь, у International, блядь, три, блядь. Пускай там танк, переезжает дорогу сейчас. Я не увидел. Соси, Керстер, Керстер, Соси, and someone, three, yeah, we need answer Faust, someone, Блять, питарас. Some squad has main answer Faust. Ни одного панцер Фауста, охуеть. Это пиздец, блять, бери, сука, инженер, и сразу свечок этот белый, блять, питарас. И вши, блять, на интернешнле. Ебать тебя в рот! Почему там панк гнотит камп вообще? А нет, мы вначале же шли на него, да? Они взяли. Мне кажется, это главная проблема. Взять камп. И все. Да, наверное. Нам нужен штатный противотанкист, блин. А мы не можем этот ебучий кинуть. Я понял. Не надо сереть эфир. О, все. Дим, давай подожди, может сейчас фарму возьмут, появимся там, может, если возьмут. Да, давайте так. Слишком много танков на этой карте, меня бесит это. Реализм. Хуля. Да нет, но она какая-то танковая получается. Не было так много танков в тот раз, по-моему. Представь, что это Агледов, только с пехотными китами еще, по добавке. Нет, чуваки не возьмут фарму, они оттуда даже выходят. О, может 31 возьмут. А, ну уже сейчас ралик, наверное, кинет. Да сейчас я сейчас все попробую поставить. А ты там не один будешь? Сейчас вон. Watch out for the RT outlaw, they're getting in the flag. They're gonna put them... Copy that. Давай со мной. Окей. Си, do you need a tiger? Should I have the one with the tiger? Да, он видит всех, чувак. Это патрулирует. Germans, you don't have a runner. No, why would you make a runner so far? Скажи, немцы, пускай меня это прикрывают и спотят мне. Он даже щит не закрыл. I send my gun to you, please spot for enemy tanks. Ну давай, я врываюсь прям на флаг. Ага, понятно. Давайте, если что, я переставлю ралик, как уйти. Блять! Меня сняли. Как?
Да, было пожелать. Да, это испанцы вроде, не? Да. А, ну, ничего удивительного. Almost. Не хватает вот этого видосика из консервов. Нам надо или на 31, или на... Ну, я имею в виду вместе с кем-то нападать, а то мы что тут впятером. Ну, надо просто по цехам пробовать заезжать. Там очень... Техники на точках. Там очень много защитников, мы одним отрядом... Тиси Богарт, Сагинов. Мы хотя бы отступим. Я на Богарт. Там на... Немцев больше, чем нас, у них 9 человек вставать. Бомбить есть? Блять. Нет, ничего. Блять. Если сейчас возьму пистолет фарм, спаунчик надо строить фарм. CC не таргет спобомбер. Не уймут, мне кажется. Что них там как-то маловато, их убивают уже. Вообще немец какой-то даже ждать. Да. Не спаунчик на раллинге, давайте от главной базы попробуем на 31. Чё еще раз? На главной базе? От с главной базы на 31 попробуем. Погоди меня, погоди. Ну в этой прям стой, 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 ехай, ехай. Да, блять. Ехаю, ехаю. Это, давайте двигаем прям в поле, где Годел, Равик. Потому что он его будет как бы крыть. А мы где будем бежать? Прям по полю мы так нападали как-то, я помню. Эдди, мы куда едем? Мы не на 31? На 31, ты просто покажешь. А. Чарль. Давайте, что делаем дальше? Куда хотите ехать? Куда-нибудь, когда еще какой-нибудь отряд пойдет. Давайте на стронгпоинт попробуем по краю карты проехать. Давайте, ребята, ребятушки, котятушки. Ух, ребятушки, козлятушки. Hey, I got the fucking... Flak... Flak up at 31. Я не понимаю, как... Вот, вот мы были на стронгпоинте, я вообще не понимаю, кого можно взять, потому что... Как мы, то есть, как мы его могли терять, раз его так тяжело атаковать? Потому что... Ну, во-первых, нас немного, а во-вторых, они... Профессионально не действовали. Они спотали для арты, арта выносит. Они под тем танком, и арты заходят на флаг. У нас опять только радио с этим. А, у тебя же есть бинокль еще. Да? Не забыл. Да? Ну, it's я постоянно где-то в стране. Some tanks and так, давайте... Можешь выйти? Я возьму руку. Не, сейчас кинем ралик. И далее вы поедете вот куда-нибудь южнее. Давайте вот тут кинем где-нибудь ралик. Кидай, да? Тут прям? Да, да, кидай, кидай. Шату, вы едете. Берите машинку и едьте, объезжайте с юга. С юга заезжайте. Понял. А кто в машине? Как у... Чё такое? Я сам припас. Ну ты палишь, ралик. Не надо покидать машинку пустые. Так, флагзона есть, по-моему, в доме. В любом случае, а, нет, это, это привлекает внимание туда, куда не нужно. Господи, танки, прием. А пометки зенитка? Я постараюсь. Там зенитка боссов. Да, да, и за пулеметом в доме. Понял, прям перед тобой зенитка будет. И что передо мной? Тебе гранат, нет? Зенитка будет. Я нихуя отсюда не вижу. Тут деревья, блядь.
Вот он где-то в этом районе. Нет, зенитка, который флаг. Там за флагом сидит. Нет, там... В 18-м. Ну, я веду тут по форсу. В окопах и на дороге есть. Танк заспочен годом на севере, но он не в чистом. Scott wanders enemies to the north of your right point. It was removed, I think. Yeah, your rally is blocked now. Дом забирать. Jeep coming out of camp. Там нет флаг зоны. А да, там... что, прям на каждой точке пулеметчик сидит или что? Вполне мог быть. Сейчас мимо КП опять за зениткой маленькой. First squad got wiped out, but we're re-attacking from 63. Alright. Зенитки нету больше. Танк едет. Так, я слышу танк, да. DreamTV, если что, у них есть спаунпоинт прямо возле этого пулемета в доме. Он за мной вышел. Вот уберите флаг, ёбаный рот. Я взлетаю на бомбере. Вот у нас всего пятеро, и мы долго бежим еще. Даже меньше. Нет, может, пятеро. Флаг четверо. Падает. Я не атакую. Флаг падает. Керс, может, в траншеи поставить? Ну вот он, покупил. А ближе? Да, да. Точно. А передок, стой, назад. Стой, стой, подожди. А эти пьяцы. Давай здесь поставим просто. Ой, блядь, сори. Ёбаный в рот. Да ладно. Ты мне самому хуёвый очки падают из-за этого. Суси, Outlaw, can you drop smoke on my spot? Не в очках счастья года, не в очках. Это точно. Главное, чтобы очко не пробило. Суси, Outlaw? Yeah, copy. What do you need? Yes, yes, yes. I need smoke on my spot. Smoke. Бегите все на флаг, блин, там пехоту вас. У зенитки маленький двое. Понял. Smoke inbound. Squad 1, can you defend the 63? В доме? А, нет, меня... Вы не сидите в доме, там только спавн вражеский есть. Там... Нам нужна флаг-зона, мы флаг... Вот сейчас на флаг-зоне вообще так... никого. Годал, они появляются там, где маленькая. Годал, там сильно, походу. М36 где-то. Нет, нет. Была. Все вынесли. Черт, стреляли арту и вынесли. Он сейчас перестал. Все, я не лету в атаку. Скулан, didn't hear the impact. You're supposed to defend 63 now. Релика нет. И не будет. You're defending. Сядь в танк, Аперёнок, в танк, сядь в танк, сядь в танк, Аперёнок. Я не могу тут колючую проволоку. See, HQ is only defending forest farm. It's pretty largely defended. Yeah, I'm going to go there. Подпихали, блин, этих колючек. Они еще в окопах мины поставили. Пехота, ты хера просто бегает, я через камеру смотрю. Сзади дома, спереди дома. Ой, блин! Пехота, пехота рядом с тобой. Ты все, пиздец, я перевернулся нахуй. Я заехал в эту траншею, блядь, сзади. Перевернулся. А что нам делать, Керст? Мы, не знаю, попробуйте, возьмите машинку и по краю карты отсюда проехать на Destroyed Farm. Вот сюда.
нас с вами только там. А там панк не в игре? В игре. Я помню какой-то генерал там, типа, все. Больше ничего говорить не буду, типа. Вообще не такая ситуация, нет? Это Эрвин вроде? Ну как сказать, он... Нет, просто не помню. Молчит. Да. Нет, это не прозык был. Значит, Эрвин. Может быть, у них танк-склад, кстати, да. Есть. Я видел у них танк. Может быть, потому что они... Угу. Танк по три вместе ездят. Это, наверное, была советская компания, какой-то нам Андрей покупал все. Ну и на японском тоже, Эрвин выпендривался. Японская компания? Ну, да, была. Да. Это прошлое. Хера себе. А когда они на полной основе ведут в игру Pacific Event? Это Лешко. Это у радио нас спрашивать. Ну, если учитывать, что ближайшие планы, что там должно быть? Обещали норвежско-бельгийский апдейт. Карта будет 3. Французов. Но не те. Flag going down, 63, in the flag zone. Да они же французы вроде выявили. Ну, нет, я... Не, ну, новые карты будут. Ну, в смысле, она же всегда так, то есть... То, что ввели, это не значит, что... Да, сколько там еще? 3 карты сейчас французских. Да. Ну, то есть, вот, наверняка, что обещали. Chip CC, possible rally Delta 3, key back 3. Так, давайте я поставлю ралли. Пиздец, плана 90 тикетов. Ряд не ходит. Нам хоть их надо убивать попытаться. Проверяйте крышу. Да. Ну, так вот, из того, что просто анонсированы французы, бельгийцы, норвежцы. Считай, года 2-4. Я не понимаю, почему на 63-м несколько сквадов, что они там делают. Ну, у меня более оптимистичный взгляд, наверное, честно. Давайте потихоньку, ну, радио, не стреляй, пускай. Да нахер его. Да нет, мы могли и по-тихому опустить. Убил, вообще убил. Опускаем. Два человека сидел. Как он замочил? Мы все время против HQ воюем, против этих двух. Может, под таком тыловым флаге? Нет, на тыловых там много. Ой, гранат какая-то. Это, конечно, промазал. Там рейдер. С мертвым заспаунили. А. Нашел Пола. Всем привет, какой пароль? Привет. Да, привет, пароль наконец-то. Пароль. На углу забора. Пошел. Там через 2L. ПРОЛЛ. Что тебе не было-то? Гулял. Хватит гулять. Еще раз какой-нибудь пароль. ПРОЛЛ. ПРОЛЛ. Как с винтовками против гарантов играть? Я не могу, просто это не понимаю. Да, зеркальный баланс. Чё, мы? У нас точно такое же количество автоматических дорог, полуавтоматических. Мы защищаем? Или чё? Да, вот, уже осталось. Какой? Эйтрам. Дрэхам пытается. Нет, четвёртый раунд, да? Это четвёртый. Напомник, да? Дальше. А в доме враг на нашем районе. Да я был на бомбе, блядь. В жопу попал, блядь. Там Hellcat. По Hellcat попал, блядь. Да, если Hermes attacking southeast, forest farm. Ну ёб твою, там М18 подъехал. Пизду, потерянный нам. Это юго-восток, кажется. Да, так вот, заканчиваю с японцами. Если у разрабов нет какого-то хитрого плана, ближайшие на году два японцев смысла нет ждать. Ааа, блин. Я там заспомнился. CC Hafra coming northwest. Японцев вроде когда-то там. Нет, там показано. Официально не появилось. Да, официально не было. Такого не было.
как бы, понимаете, вы предпочтете патчи каждые условно, каждые 3 года, 4 или... Можно наперед эту спонсор-класс там побегать? Alright. Так как мы теряем флаг, мы не будем его за этот флаг сильно биться, ко мне кто-нибудь подойдите, поставим ралик. Все, я буду лево крыть. Она спрятать еще хотя бы немного. А кто за пушкой? Там это, 4 танка. Сосед, дам панк. Возьмите кто-то флаг, попробуйте его ставить. О, радио молодец. Вот, а у тебя что сейчас? Машинки идет. Он мой танк взял. А у тебя что за танк сейчас? Я у него на втором месте. А. Там на радио. Ой, хорош. Си-си. Там чё какой-то. Си-си. Ляк. Радио, ляк. Вернули там? Кирач пулемётом, ляк. Да, спасибо. Сядь за пушку. Я обычную такой... пушку. Веселье, блин, там танк подъехал. Коби на приде, скидывай газды на. Берсерк, там танки подъезжают, там... Artillery fire, please, in my spot. Yep, copy that, Cursor fire. Да, джамба и еще там какой-то. Keep spot. Все, я тебя увидел, тебя снайпер снял. Ну что, берем? Он взорвался. Что, держимся или отступаем? Да, держим. Нет флага ралика, да? Не, нету. А тут везде. Пока держитесь, пока держитесь, как только теряем флаг, спаунитесь на форст флаг. Я останусь здесь. А в квадрате B3 обходит еще танки. Еще не взят флаг? А, Годл, не надо к нам ехать. Годл, не надо к нам ехать. Оставайся на старт поинт. Этот опускает. А, черт с ним. Все, как только потеряли мертвый, спаунитесь на Forest Farm. Буду оставаться на Storm Point. Ставьте, как будет возможность, поставьте ралик на Forest Farm. Ты один перс. Я знаю, такой план. Наверное, ралли и пытаться отвлекать. Они сейчас поедут, наверное, на F3-2. Так, куда нам сейчас? А, на Forest Farm. Тут только хватит время задерживать фарм. И все. Форест фарм, где ящик с патронами? А, блин, еще убили, сволочи нашли. Где этот ящик с патронами? Форест фарм, на углу дома снаружи. Так. Внутри как бы... Ящик, заспаунься на кемпе. То есть... я не туда ушел. А, вижу все. Поздно чуть. Сорян. Ну, нет тебе смысла оставаться на форест фарм. Один на кемп. Здесь на ВН-31 этот. Мод кастел. Да. Здесь пехота просто. Так, народ, пока форс фарм держит, поставь стрелик. We getting bombarded heavily on 30. А здесь вообще никого нет, здесь 3 человека. Turbo, I didn't hear, do you have to go for a forest farm? На меня этот, на Мон кастел. And Russians, you can move all of your guys to strong point. А уже, да, нет, все равно три. Так, народ, мы перемещаемся на Strong Point. Все перемещаемся на Strong Point. Понял, ралик не ставим. Не, да, не ставьте на ралик, уходите сюда. Так, я выдвигаюсь вперед, буду спать в танке. Как насчет идеи этот, Mon Castle, в атаку пойти? Нет, у нас есть задача, ты... Я попробую. Да, ты давай. Я не вижу никого, ну ладно. На максимально вратарь. Мон Кастер, у тебя что? В основном пехота и все. Какой флаг? Нет, какой флаг?
карту. Может, у меня другие названия. А, ну короче, на С3 бегу. А так я защищаю. Да, да. А, это 63-я. А, 63-я. О. Последняя цифра есть. На 63-я здесь пехота. Буду ждать, короче. We need help at camp. У меня здесь. Вы что, посреди поля поставили ралик? Нет, мы за пригорком поставили. Там в низине прям самое, не видно. Соси, we need help at camp. Мы нам сказали, что идет и камп. That's spawn camp. Everyone, that's spawn camp. Шато под сильной атакой. Кемперю как могу. Отсюда выбраться. Так, опять смотрите, они могут спокойно пройти отсюда. На севере я буду наблюдать. Зенитку возьмите кто-нибудь. Давайте на наш ролик прибегим, кинем в орбит. Зенитку сядь. Где я? Ну, просто... Fourth form's grave, but we're gonna recap. Они гении, они вообще никого на защите не оставляют. Сейчас точку пытаюсь возьмем. Пока раз, кстати, есть за ПТВЛМ точка, там все время сидят пулеметчики, сука. И браунингами. Это какой-то закон подлости, наверное. Нет, не закон подлости, это смекалка. Кто остался на танке? Ну, знаешь, смекалка не смекалка, но мне кажется, это не самое рациональное решение. Да, да, я прибежал. Но они побеждают. Айди, иди, ящик. Ну, сейчас чуть этот ход событий получит. Все, забили у точку. Ну, Годал, ну что я могу сделать? Всегда сообщили, что они там. Герст. Я Да. Айди, иди, ящик. В доме на втором этаже. А я, может, сейчас полу заберу. Я где подойду? А разве соло можно забрать? Там, по-моему, как минимум двоих нужно, нет? Вообще никого нет. Нет, не, можно соло забрать, если никого нет. Только очень-очень редко. Очень редко. Каких-то складов такое бывает. Ну почти забрал. Еще Трайпер 30, и ко мне камп едет. No. Да, сейчас возьму эту точку, и там камп едет. CC, we cap in 63. По самолет летит. Все, точку забрал. Подъехать мне к вам. Все, точку захватил. Нет, оставайся тут, ты где-то есть. Кто может респаунса с этим спуском? Они не удержат 63. Этот как вам? Берсерк тут бессмысленных слишком много будет, танков слишком много будет. Мне как на фулфан запах. Нет, поехать. Кто? Да, съезди на форт фарм, аги там. В окопе. В окопе я просто пиздец, я скажу. Берсерк. Разбираем такие точки, охуеть. Машинка едет. На стронгпойнте оставаться или нет? Так, у нас машинка появилась по метке. Да, оставаться. Вынес. Пехоту вынес. Ну, отлично. Ну, где... Ну, просто куча танков. Я... Не бесит это. Нахера делать танковую здесь... карту такую? А есть там базе танки? Тоже в танк тогда раз они давайте украдут. Власов и Берсерк на главной базе и помогите на Forest Farm. We're about to cap Forest Farm, need backup if we do. А шо, этой танков нету, поехали малыши. CC Squad 4, I send my tank to you. Ну реально, вот одни танки мне сегодня убивают. Нам ралли там кинуть, да? Времени нет? Нет, не надо. Вы перестаньте тогда кинуть в ров у себя ралли, который... Плохо все. То есть там нашли такое место. По-моему, здесь лестница была. Так, я слышал гранату американскую. На флаге. Севере. Я пока смотрю, у меня никого нет. Двигаться севера вон, пехота. Пехота вижу. Да? CC, strong point under attack, need help. Ага. Они сера запада. Сейчас это мина была. А сейчас затянь. Мина на старом флаге была.
CC, are we gonna go for Chateau, squad 2? No, no, keep defending, keep defending. I think we need some spawns at farm. Опа. Да, там посадки сидят. Who's gonna defend farm? Метку, брось метку, я обстреляю. We need spawns at farm, who's gonna defend farm? Я кинул вопросик, прям... CC, we just kept farm with a few guys, we need to defend the spot there. Керс, у них здесь три пасочника. Три. Я убил кем сейчас? Трех пасочников. Это нормально. Потому что я могу сделать. Но это нормально. Три пасочника. Что нам мешает иметь тех, кто... Входа уезжал. Так, нам не пехота. Убил одного. А, это еще был. Убил. Минус, 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 убил. Керс, откуда идут? Метку ставь. Что нет, это за тренд? Я такой три пасочника, но это, блядь, нормально. Не знаю, может быть, моя это лига. Специальные люди, которые охотятся на танки. Может, это как у нас, кто-то решил в одном складе три базуки взять, я откуда знаю. CC, we got an attack at camp, we need help from squad 2. Может, они лучше пикармены с базуками. Turbo, found the camp. Этот, я выдефенд the camp. Еще бетер у меня на 150. Еще танк один. Здесь на 150. Бетер. Вот-вот-вот. Керс позначил. Меня убили уже. Здесь танк и бетер. Танк. Пиздец. Танк на одного. Так, смотрите, HQ меня только что убили вот здесь. Ладно, я свою задачу выполню. Не, нормально, все, отлично. Я ранее уничтожил пехоту. Сквад уничтожил. Смотрите, у нас движется две АПЦ-хи по дороге с меткой. АПЦ-ха на Эгифербе. Я видел спутера, он на 350. Там пехота при посадке очень много. Да-да. Я на базе. А, на базе. Заходит с метки пехота. HQ заходит с западной стороны, со стороны метки. Метку держи, я отстаю. Это точно HQ, да это другое дело был, чувак. Там север еще. Ну, в прошлый раз это было HQ, что это HQ. Нет, а там Том и второй. Власов. Значит, это... И Пирс, что она вам помощь? Вот отсюда. На стронгпойнте. Я еду. На стронгпойнте нужна помощь. Власов и Пирс. Да-да-да, я еду. Да, целый склад идет на ЛСРК, и у нас восторг машинка. Потому что вы самая главная сила. Да, потому что арта начал херачить, отупление идет. Ребята, вы самые главные силы, блядь, остановите их там. Минус машинка. Ну, отлично. Въехала на этот кемп. Так, ну что-то мне казалось, что они отсюда идут, но я... Да, в посадке за купями, за рвами с ежами. Там сидят челы. С грандами у Чернова. Какая сторона? Это север. Это север, там где ты говорил. Это север. По-моему, урва задом. Север? А, нет. Северо-восток. Там, где бункер стоит. Кирт, попроси Эрвина помочь. А помочь чем? На танке. Где да, помочь? Нормально. Я бы даже врагу не понимаю. Справитесь. Справитесь. Я поеду на повыше поднялся. Я с One Guy стоит. Нас еще на ПЦХ, на ПЦХе попытаются, я показываю флаг, смотрю. А, огонь не прицельный. Так, у нас дымы на флаге. У нас дымы на флаге заходят с восточной стороны. И че, вот это ичка. Там один. А CC Kerstar Quest Nuclear Fire, please check my spot. Да, на крайней флаге. Copy that, Kirsten, see it. Где-то здесь. We got the third one. Или, back. Да? Аккуратненько, там будет арта работать по метке. Они просто отвлекают. Откуда они бегут-то? Да, север. Они откуда-то с севера. Север. Там танк. Тихо-тихо, ралли не стреляют. Прости, Власу. По мне просто стреляют свои. Я думаю, это противник. Там Ганамаг заезжает, по-моему. Возле меня ралли. Наш. Минус ралли тут. Я попал по нему. Да-да-да. Это не наш. На метки на нем наши. Что, может на видер сгонять, помочь? Какая-то машинка сильная. Так, подождите, у нас здесь все спокойно?
Кто с МГ стреляет? Есть кто-то с МГ стреляет. Это HQ такой. Там... We lost это самое... АПЦ-ха севера. CCV could help you with... Сергей, я подберу, где-то здесь. Attack 63. АПЦ-ха же наша, нет? Персерк, АПЦ-ха не наша. Yeah, maybe. Yeah, let's do that. Она... Это Ганамак, но он не наша. Видите, на вражеский Ганамак. Я свою уничтожил. Да нет, вот там никого. Тут стрелял только что пулемет. Ну я вроде бы всех убил, там двое было внизу в этом окопе. И Ирали стояла. А чё ты? А, меня с одного выстрела убили. Откуда? Это противник? Часы. Да, да, там в лесу, где Ирали. Пометки, пометки будут. Пометки, 12 часов, 12 часов. Они на 31 идут оттуда. Где ты Ирали? Стоп, подождите. Я не появлялся, я за джипиком слежу. Джипик нам, тут Райдер и Дарт темплит. Вас бомбить есть чат? У нас ралик идут. А что это к нам? Они, кажется, объезжают в G5. Ко мне один подойдите. DC Bomber на Эр. We might get wiped out. Yeah, Red Squad 2 стоят камп. Germans have been attacked. Куда они едут? По-моему, они вообще в H5 направляются. DC Warriors. Покупки здесь поставить? Вот там, где метро, там пехота. H5 не испанцы. Я все еще слежу за машинкой. Но я не вижу. Я понял. H5? Да-да-да, G5. А вижу вдалеке. Скажи, куда они кинут разные. Они на окраине леса, там где мы как-то кидали. Кинули мы на правый корпус. G5 окраина леса. Во-во-во. А здесь ты между? Не-не-не, вообще на окраине, еще правее. The CC, we have an enemy tank west of Forest Farm. Copy, west of Forest Farm. Minus. Все хорошо. CC, can we go to Chateau now? Но они кинули там рай, вот окраина леса. Нет, у обрыва, у дороги окраина леса. У дороги, прямо перед нами. Тут ты имеешь? Прям... Нет, через дорогу. На окраине. Правильно. Да, вот чуть выше, чуть дальше. Да, вижу. Хотел вправо, метка, там пехота. Меня убили оттуда. Вправо. Минус. Да, они идут, там целый склад идет оттуда. Развери корпус вправо. Пацаны, машинка на северо-западе. Лавли! За кустами скрылся. Вправо, корпус, быстро. Туда, куда стреляют. Пехота. Он вот, бежит. Убил. Кто-то корву уже подходит. Стреляй. Еще бежит. Хорош. Отлично. Пехота северо-запад. Посадка. Вот оттуда вы куда-то. Вот пехота. Граната полетели. С востока стреляют. С запада стреляют. Машинка. АПЦ заезжает. Вражеский АПЦ. Северо-запад по дороге. Метку. Куда же это? Убил. Ради убили ралика. Ралли даун. Так, уничтожили ралик вражеский на востоке. А, я слышу танк. Все идеально. Годал. Господь. Это G4. Okay, move south. Северный меня. Это быстрый танк. Он едет в сторону главной дороги. Он, откуда? Ты уходишь, ты к нему, он передо мной. G4 на метке, как вас я говорю. Ну, прям понял. Передо мной. А, вот тут. Еще да, кто-то там? Он на дорогу поехал, он на дорогу выехал. Выехал на дорогу, аккуратно. Спотом. Вот и half-track is heading to Forest Farm. Пометки. Ой, я его слышу, это страшно. Вот едет, вот там впереди. Блять, промахнулся. Ходит сволочь. Смотрите, ай, уехал. Теперь от 31-го. Над нами самолет. Году отправим, дам самолет. Вверху стоит. Пехота на севере, у бункера. Северо-запад тоже пехота. Я прикрываю ходом, танк убиваю. Тут пехота была, где грузовик. Твой конь есть. Держи, только блядь. Ты видишь его, Ройер? Я не вижу, Ройер тоже, наверное.
Я с истребителем сейчас попробую. Мне только что дали очки за арты. Enemy Hellcat east of Forest Farm. Так, да? Six, enemy Hellcat. Почему на новой стороне танк? You can Ты прям видел, что try to go for destroyed farm from the main base. Это может быть, знаешь, когда он как бы выстрелил и выключил спот. Он уехал. Спотте мне бомба. Где он примерно? Нет, они кидают дымитер на флаг. Они там на флаг дыма кидают. Еще будет так. Может, они прям с запада идут? Может быть... Ладно, Хутен, если что, я тебе скажу про танк. Я тебе тут. Добрали! Hellcat, on the west, behind you. Хорош. Ролик был. Флаг на месте, это... Может, арта дыма кинула? Это арта дыма кинула. Пехота еще есть. Если арта кинула дыма, значит, где-то спот есть. Где-то есть спот, значит, скорее всего... О, сори, гайз. Ну ладно, уезжаем. Так, да, у нас арта работает по флагу. Наверное, даже прицельно, поэтому... Наверное, ходу поехали на нашу точку. Мне кажется, что они оттуда запада идут, отсюда. Ладно, у них там два танка. Да, года, давайте... Машинка на юге, машинка. За дорогой главное было видно. Ствол, чувак. У танка нету джипа, проверьте. Да, там машинка сигналит. Машинка с оврагов заезжает. Машинка с оврагов. Она отвлекает народ. Стягивайтесь к флаг-зоне. Говорите, откуда, что? Пока непонятно. Кажется, с запада стреляют. Ай, моторот, он шотнул гора. Куда? Чуть-чуть налево, бар. Чуть налево. Удар вот где-то. С юга. Ага, вижу. И вы что, не отвлекали? Вот здесь, блядь. Хорош, уничтожил. Машинка. Убил. Охуенно. Там, наверное, ралли может быть, как вариант. Запад у входа на дороге. Ай, это наш, где-то было сорян. А за детей нет рога? Ладно, я перепутал. Так. Смотри во все. Запад меня у Меня убили, что с востока года около тебя. Меня только что убили на востоке. Ай, радио, покажите. Прости, сказали с востока. А, это не мы. Восток или юг? Не знаю, откуда прилетело. На вон на запад. Да. Да, Годл атакуют. Убил. Сметки. Ага. Убил, Годл, всех убил. Ты всех убил. Еще один здесь, этот, спотер. Говорил, что машинка. Да, если машина сигналит, это еще точно еще. Отвлекает. Вот эти, что пытаются взорвать танк. Хода он не едет. Осторожно, еще все убьем. Красава, блядь. Вот команда просто. Еще Тима, на 105. Нашел на миральк, на вражеский ралик. На кирсте ралик, все. Все, заебись. Убил. Все, ралик уничтожил. Красавчики, вот, блядь, вот эта команда, вот это, блядь, понимаем. Тим сквад. Север машина. Боже, как я в это раз учился играть, это капец. Так. Сзади танк! Что? Юг танк! На западе пехота, надо он далеко. Я, блядь. А, машинка прям в рог. Где прилетел. Он во рву ровел. Танк был обещал. Где? В каком месте? Да прям сзади тебя проехал в деревья. Это, наверное, этот, как его, Hellcat. На сессии еще враг, где метка для арты урванась. Я севера. Не знаю, блядь, где он. Я смотрю во все стороны. А, тут ты имеешь в виду? На северо-восток. Ну, север, короче. Там где метка для арты. Бросай танк, Годл, бросай его. У них там ралик, вот ров. Я кину метку для арты, пусть арта как бросать танк, я же не понял, что. Бросай тот танк, а вы. Идите к нам, да, у них там ралик, был один, теперь двое стало, еще экран. Сиси, я хочу вас не дружу фаер, плиз, чек вас фото. Радио, помоги, наверное.
Careful, there would be friendlies. Copy that. Меня дрочит. Yeah, too many friendlies. We lost camp, CC. Yeah, I guess one man got him. Yeah, I see him. Can you counterattack if not go for 60 seconds? А я не понял, как я умер. Нет, от Радика нет. Где противник? Чё? Куда? Все мертвые. На стене противника. А что у нас тигр забыл на точке? Чё он здесь делает? Тигр? Тигр стоит у нас на точке, да. Вроде бы слышу технику на F4. Если не ошибаюсь. Тигр пустой или там кто-то есть? Нет, там кто-то есть. На F4 это динамайт, нет? Это Эрвин. Можно взрывать его танк. Okay. If I... КЗ, может на эту. На F4. Что-то гудело там жестко. Или это АПЦ-шка, или... Ты же стреляла. Нет, там звуки АПЦ-шки были. Камп потеряли. Ой, долго держали. Да? Чё, прокатимся на 31, ворвёмся на флаг, нет? На джип. Да, давайте. Есть добровольцы. Я поеду. Только на джип, не на грузовике. Грузовик для лохов. Я могу поехать, пизда. Так, Власов, ты где? Да джип тут только в одном месте. У нас здесь джип на Думе. Там здесь джип? Ой, не видел. Вот, вот сделали в апдейте так, что название фланга поверх где всего мини-карты. ХЗ, пока да. Никого не вижу, но слышал просто тех, кто проезжал. Так что будь наготове. Поехали. Сейчас я в разведку просто забегаю. Да, о, слышу, 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 на 300. Едет, едет, 300, 300. Окей, CC, we got 53, what's the force farm? Поехал. Понял. На точку прям едет. D6. Ты что так? Хорош. Еще на... Сейчас, подожди. Turbo, maybe can go for 63, you can 15. Capture it now. ПЦ-шка. Okay, 15 ПЦ-шка. There's a half track, 31, if you're coming up here, watch out. Снимаю даже 30. Где? Я сейчас скажу точно. Да, ровно на... Ой, не, подожди-ка. На 345 ровно стоит. Вот, короче, я сейчас к нему подбежал. Мои враги на 31. Вот, подбежал прям к нему, короче. Почти. Еще слева на 210 еще что-то едет. Этот, Hellcat. В окопах есть, аккуратно. Упри перед тобой. Хелкет. Дороги движется на флаг. Берсер, появись на 31, не хралик на юго-западе в поле. Куда у тебя Хелкет? 31, ага, сейчас. Минус. Короче, на 30 ралик приезжает в другую сторону. Ёб твою, что? Дрим ТВ, перед тобой, налево где-то ралик. Говорите, блядь, быстрее, чуть-чуть. Готов, забей, мы на другом флаге. CC, 2 German, defend, 31. Ты окей, я. Because this... Нужна помощь твоя на флаге. 31 чем могут отобрать. Там отряд International в том. Там в окопах чел засел. В окопах чел засел на точке. На 31 я думаю. Давай, едь. Они взяли пушку, но уже ушли. CC, half track, you come to bot farm. Ёп, три выстрела, он пережил три выстрела. Три выстрела из кивера. Он прям дёргался. Так, я в окопе, вроде тут все тихо. Сейчас возьму флаг, не появляйся. Нет, там давайте, там пульса где-то стоит, и ещё увидись, подъехал с пулемётом. Тут арта кроет, но мы сейчас возьмем. У меня интернет пропал, сейчас захожу. Блять. Да, уже все. Последний раунд. Последний. Это последний. Это последний будет. Скутер сенсом, that's fast for us farm. Ралли, который Власов сказал, прибежал. Сиси. Ну что там, Власов?
Медленно берем, что возьмем. Они еще на юго-западе в поле, прям у траншей. О, подъехал! А, это ты, это не он другой. Кто подъехал? Си-си, вот это ты подъехал. Нормально. Окей, басука, короче, покрой и отфлаги. Этого нерфа, как на той битве было, это... Меня теперь бесит. Да нет, нерф-то есть, просто... Нет, он нерф, она стреляет, как раньше, очень быстро. Он прям без перерыва по флангу стреляет. Делай да. Фотку на флаге нашу, да? Давай. Кто там? Соберитесь, только мы есть рядом на точке. На стронгпоинт? Да. Да-да-да. Давайте возле флага, там, смотрите, споттеров нет никаких. Чтоб я пролетел, встаньте давайте. Давайте, может, потом напишем этот списочек, что мы хочем. Дети со стороны базы на поводу командования. Вдоль дороги. Кстати, давай, кстати, это флаг, флаг, флаг. Не, не, я могу вдоль дороги. Ну тут долго. Где-то. О, нормально, нормально, нормально. Только берсерк отвернулся. Ой. Еще раз. Да нет, 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 давайте уже потом посмотрим. Ну ладно, ладно, давай. Бать, хорошо. Я вообще уже до спинки. Кстати, немного это, в стороны. И вот смешно снаряд прилетит. Нормально. По мне кто-то стрелял. Свои. First... Свои, свои. Да. Ой, спаси меня. Тим Синичек опустился зрение минус 6. Друзья, кто подскажет, как фов чуть-чуть увеличить? Ну, чтоб этот, чуть-чуть экран. Это, а тут это не работает. После это, по-моему, никак не сделали. Никак? Потому что я понял, после обновы это фов большой стал. Ну, здесь... Пантера, чё? Да. Её никто не релизовал. Да, тут они только отдали. Понял. Короче, я постараюсь следующую неделю это быть на битве полностью. Кто там в беседе говорил, что починил комп не Иосиф? Иосиф, да, по-моему, да, и, да. И не пришел. Да. Блин, тут очень. Рор, давай еще поближе. Тут очень плохо. А подожди, я, тихо, дай я по танку на бункер заберусь, по танку. Подъедь. Короче, скините мне эту. Оставьте тигр, пожалуйста. В чате радио кинул тебе ссылку. Во, все, теперь. Ну нормально, нормально, вроде нормально. Все на месте, наверное. Да? Кстати, теперь а почему нас так мало? Отойди от этого. Поставьте тигр в центр перед дверью. Да ладно, нам. Вот так нормально? У вас человека сколько? 4, наверное, отвалилось. Со второго или третьего раунда? С третьего. Ну, вообще, типа, каждую битву, говорю, левее, этот раунд, левее. Сколько людей? Ну, минимально так. Ну, где-то 10-15 максимум. Штук за день. Раньше, помню, больше было. Еще давай левее. Да? Вот так прям давай. А еще раньше меньше было. Не, часто. Ну там критические моменты были, типа, меньше. Чё, у меня Альфа Линукс 86? Неплохо. Радио, вот вы там вдвоем и ники, это не видно ваши. Надо отойти вам вот. Годал радио. Ой, тут уже кто-то в танк сел, я, короче, вот здесь танк. Вот, все. Меня видно, да? Не-не-не, иди налево, берсерк. Вот сюда? А, подожди, давай вот сюда. Ладно. Интересно, а почему у вас Linux? Или вот сюда? Linux показывается. Вот мне тоже интересно, я просто по случайности на себя кликнул. Linux, Linux, о, бета, Windows 70. Не-не, показывает Windows у тебя. Windows. Альфа Linux. У Керста Windows. Windows. Альфа Linux. Ай, херово. Ну ладно, нормально. Все, да? Райдер не будем знать, что будет сфоткать? Да ладно. Ну, с тебя сфоткать, хоть с нами.
Короче, скиньте мне эту хрень, короче, с этим, с фолом. Я по химичку. Если он не взорвет, то... В чате, глянь там. Ссылку скидывал в СМЕРШ. В чате, ага. Смотрю. Ага. Угу, ага. Где вот? Ходите. Такую же папку только ешь в ХХ. А, в ХХ все. Вот попал, сейчас дым поднимет, да. Попробуем разгоняться. Прикольно. Дым разогнал. Да, это тигр, наверное, с этого спитлайз, нет? Да, нет, похож. Там номера такие. И каунтерарт такой. А, может быть, с этого как-нибудь покажу, наверное. Да, покажу? Вот, да, вероятно. А, может быть. Вот что вы делаете? Это-то... Ройер, там... ты знаешь, ты подлетел, короче, не завис, блин, на одном месте. Ну да, да. Давайте вы сядете все в Тингер на пассажирские места и упадете со скалы, а я внизу сфоткаю. Ну, только надо перевернуться. Перевернуться? Да. Вот мне заедь повыше, вот, южнее. Кто стреляет? Ему. Вот, иди. На юг. На юг? Нет, наверх, но на юг. А, это радио. Чё? Радио. На, короче. Дайте. Падла. Мы, кстати, на себе приняли весь этот удар. Из панцерфоста выстрелил, что ли? Нет. Базуки. Откуда ты базуку взял? Ух, я же шарик. Может, я его убивал уже. Выдал, стой. Чё, я не на танке. Ну тут... Дайте машинку, где машинка? Вообще лучше на... Ну, ладно, я попробую. Вылезь из машины, берсерк. Иди, берсерк, уйди. Сейчас момент, бо я бутылку удержу. Ой-ой-ой. Уже живой, что ли? Так и ты нам предлагаешь прыгнуть вниз, да? Нет, все на пассажирское место тигра и оттуда падаете. Тут, наверное, лучше видео. Вот. Вот я, кстати, могу снизу подойти. Садитесь все. Иди вниз, подожди, и киньте ролик наверху. Наверху ролик киньте. Неплохо на пушке постоял. Ой, а тут... Нихера себе, очень мало, очень мало мест. Вы посмотрите, как я слажу с этой горы. Камикадзе, скажи, когда будешь внизу. Чисто руки вверх. Ножками так потихоньку. Я уже внизу.
А кто летает? Я думаю, Гост или Хок. Ну давайте. Один за руль и два, и остальные все в пассажира и ведите вниз. Я возле джипа, если что. Главное перевернуться, поэтому попробуй прям на... Давай на полном газу, на полном газу. А что никто не садится? Переворачивай там. Они сели уже. Никто за руль, я имею в виду. Ладно. Короче, садитесь. Все готовы, да? Да. Роберт, ты да. наверху будешь? Я снимаю сбоку, да. Ладно, сейчас. Ой. Чуть дерево. Разгон, разгон. Я подожди. А, ладно. Ты хватит нормально. Ебать. Не получилось. Надо тебе. Чё, бабуля? Надо... Я если захочу, я так и не сделаю, блядь. Надо было перевернуться. Я говорю, я если захочу, я так не сделаю. Может его наверх загнать и чуть-чуть левее?